Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 69-й выпуск. Как говорят в лото туда-сюда обратно, да? Вот, но не об этом сейчас речь. А у меня в гостях Михаил Белопухов. Это разработчик OpenBSD. Миш, привет! Привет! По традиции, не будем ее нарушать и в 69-й раз. Расскажи немножко чуть больше о себе вообще, как давно ты чем занимаешься и как вообще попал в наш славный айтишный мир. Ну, занимаюсь я компьютерами, сколько себя помню. С того момента, как сжег папин РК-86, который он спаял сам. Ого. В начале 90-х. Потом у него были двойки. Двойка, тройка, четверка, Pentium. Вот. Ну вот, с тех пор я компьютерами как бы занимаюсь. Профессионально я начал компьютерами заниматься, будучи студентом. Работал системным как бы администратором, помогал ребятам с локальной сетью по месту жительства в Санкт-Петербурге. Ну, а потом уже работал на более серьезных компаниях. А институт ты как бы тоже по какому профилю? Сразу по какому-то техническому пошел, да? Я обучался в институте Бонч-Бруевича, а со второго курса университет телекоммуникации Бонч-Бруевича. А со второго курса параллельно ходил на... Был такой факультет FPS в Петербургском политехе. Вот, там я изучал вычислительные машины, комплексы системной сети. То есть фактически специальность, ага. Фактически бэкграунд у меня в плане образования телекоммуникационный и сетевой, а не программистский. Ну, как-то ты знаешь, у нас, насколько я понимаю, в России это, в принципе, обычный путь, потому что во многих там институтах, университетах там, как сказать, S, да, группа S, там, АВТС, там, как они называются, автоматизированные вычислительные там комплексы и сети есть почти в каждом, наверное, техническом таком каком-то институте, и так или иначе люди оттуда потом, да, ну, кто-то там в администраторы, кто-то в программист идет, в принципе, ну, наверное, такой типичный use case, скажем так. Да, ну вот и я тоже пошел системным администратором работать. А потом изменил профиль товарищ Дима Саммерсов. Ну, большой привет. Позвал меня работать в Sun Microsystems, заниматься отладкой, поддержкой Явы. Ага. Java Sustaining. Вот. И там я познакомился еще с кучей всякого умного народа. Слушай, а админил ты что, как бы, ну, там это какие-то винды, Linux, что-то, кстати, локальная сеть. Просто чтобы как-то так. Когда админом был, в локальной сети, будучи студентом, помогал с предоставлением доступа в интернет, соответственно, товарищам с локальной сети. Вот. Там же я фактически в первый раз. У меня еще товарищ был с гражданки, тоже локальную сеть они тянули свою. Я им сначала сделал NAT gateway на OpenBSD, а потом у себя в сети тоже. Слушай, ну это используешь, то есть ты уже тогда вот еще с момента админства уже как бы там да, OpenBSD, так сказать. Это было, да, в середине 2000-х. С OpenBSD я познакомился, вообще с Unix я познакомился достаточно давно, будучи в 10 классе. Я купил популярную тогда книжку с диском. Вот. Выбор был между серенькой книжкой Slackware
и красненькой книжкой Red Hat. Вот я только хотел Red Hat сказать, потому что у меня тоже была книжка с диском Red Hat, еще-то там какой-то, там, не знаю, 7 или что-то такое. То есть не которая Хель, а именно которая просто еще Red Hat тогда была. Да. Кого такой книжки, кого такой книжки не было в те времена. Ну да. Вот. И выбор абсолютно был рандомный. Выбрал красненькую, наверное, потому что слишком умный. Вот. Оказался Red Hat 6.2. Вот Red Hat 6.2 был моим первым Unix. Это было где-то в 2000 году. Mm-hmm. Вот. Но, на удивление, на Red Hat я прожил недолго. И практически сразу я переехал на Slackware. Это был мой... так сказать, основной дистрибутив. Я там еще юзал всякие LFS, BLFS, делал свои дистрибутивы и прочей разной ерундой занимался. Ага. И потом случайно... У нас тогда CD-ромы продавали на каждой станции метро. То есть купить CD-ром было вообще элементарно. И продавали, я вообще не знаю почему, но продавали CD-ромы типа FreeBSD, там, Linux, QNX. Я купил себе CD-ром с QNX, помню. Ну, CD-диск, ага. Да-да, CD-диск с QNX. Тогда вышел как раз этот самый их нейтрино, вот, и они начали их почему-то... Они там начали какую-то open-source-ную или какую-то такую акцию по... по донесению QNX до масс, я не знаю почему. Ну, в общем, короче говоря, можно было купить все, что угодно. И вот в том числе попался мне диск с FreeBSD 4.3, и мне очень понравилось. И моему товарищу так понравилось, что он до сих пор FreeBSD пользует. Я прожил с FreeBSD с 4.3 до 4.11. Вот. О, ну, смотри, это прилично, потому что там уже дальше пятерка, насколько я помню, уже пошла как раз. Ну, пятерка у них параллельная. Ну, как обычно, началась она, да. Но... Я не знаю, когда, я никогда пятерку не пользовал. Пятерка во FreeBSD была... четверка во FreeBSD была, по-моему, без... значит, насколько я помню, был... SMP, поддержка SMP с этим самым с Giant Lock. И в пятерку они начали интегрировать подаренный им патч, грубо говоря, когда BSDI уходили из бизнеса. Контора такая, которая продавала коммерческие BSD, она решила отдать патч, который у них был на как бы fine-grained locking, вот FreeBSD. И они пытались его тогда проинтегрировать. И, у них были большие там, большая нестабильность в пятой ветке, я знаю. Поэтому пятую ветку никто фактически не использовал. Я таких людей не знаю. Ну, может быть, разработчики FreeBSD пользуют. Не, ну вот я, например, на Free как раз где-то в районе пятерки я так с ней и подружился. И, ну, по крайней мере, на десктопе у меня, да, стоял пятерка, там 5.4 дальше и так далее. Ну, не первый пятый релиз, нет, чуть-чуть попозже. Вот, ну и потом так планомерно, в общем, я там до шестерки, до восьмой версии, да, какой-то я там дожил на FreeBSD, то есть я там, знаешь, любил там развлекаться Make Build World, вот это все. Вот, кстати говоря, до Make Build World я на FreeBSD так что-то и не добрался. Меня всегда смущало использование CVSAP для получения исходных кодов. А CVSAP, по-моему, в то время был на модула 2 написан. В общем, какие-то такие непонятные мне вещи достаточно. Вот. Но неважно. В общем, в целом на FreeBSD я как бы не ужился, но вот у меня товарищ до сих пор использует.
Просто как-то случайно. А мне, значит, товарищ есть, Антон Карпов, которую я встретил в одной конторе. Вот. Он сейчас занимает большую должность в Яндексе. Вот он меня познакомил, они там security занимались, и он мне рассказал там про OpenBSD вещи какие-то, и мне это очень сильно понравилось, что он мне сказал. Mm-hmm. Вот. Значит, вскоре я скачал OpenBSD, посмотрел. А тогда было очень классное OpenBSD комьюнити. Я никогда не был знаком с FreeBSD комьюнити в России. Не знаю почему. Но как-то не попадались мне люди из FreeBSD комьюнити. Было какое-то Mozilla комьюнити, какие-то были Mozilla пати, какие-то линуксовые юзеры всегда были на тусовках, но FreeBSD как-то вот почему-то никто не пользовал. Ну, по крайней мере, из тех, кого я знал. Вот OpenBSD комьюнити мне сразу как-то понравилось. Спасибо большое, наверное, Олегу Софиулину больше всего. Тому тоже привет такой большой, сердечный. Вот. И он мне как бы начал, ну, грубо говоря, мозги вправлять, что знает, что называется, там, на тему программирования, на тему вообще всего этого самой системной организации системы и так далее. И я, ну вот, начал с ними общаться и так вот стал как бы использовать OpenBSD, и так OpenBSD мне, собственно, и понравилось. Вот. Но этим как бы не из-за этого я стал разработчиком OpenBSD. Когда я попал в САН, я вот говорю, что там я познакомился с очень большим количеством умных людей, я понял, что я не знаю, как работают компьютеры. И как-то меня это удручило. Mm-hmm. Я решил как бы наверстать упущенное, как бы один из методов понять, как работают компьютеры, это понять, как работают операционные системы. И, соответственно, я решил взяться как бы за изучение операционных систем. Одно из самых простых и, как сегодня вообще модно говорить, hackable систем вообще является OpenBSD. Я до сих пор, в принципе, я вот недавно размышлял на эту тему. И считаю, что OpenBSD, у OpenBSD один из самых низких порогов вхождения в разработку операционной системы. Потому что можно пойти, скачать снапшот, поставить, у тебя есть компилятор, у тебя есть CVS, у тебя есть текстовый редактор, можно скачать CVS исходный код, можно CVS сделать патч, можно отослать этот патч, или можно скомпилировать программу, или ядро, или что угодно, можно скомпилировать операционную систему и отослать патч. Вот и все. Как бы система получается как бы самодостаточной, какой-то замкнутый цикл. Вот это, мне кажется, один из... Слушай, ну а вот в других там каких-нибудь, не знаю, да, там FreeBSD в Linux примерно же похоже, нет, как бы. Ну вот как мне. Просто OpenBSD за счет того, что она чуть такая более. Ну, более какая-то, я не знаю, там сказать, не то чтобы легковесная, но какая-то вот, скажем так, гранулярно-целостная такая, да, как не знаю, выразиться. То есть маленькая, с одной стороны, такой вполне небольшой, то есть довольно-таки быстро можно это сделать. Там нет разухабиства, там, не знаю, как там ядро Linux, да, которое там просто пухнет не по дням, а по часам. Вот за счет чего ты так думаешь, это так есть? Вот, значит, это тоже правильно. OpenBSD
является достаточно простой операционной системой. Операционной системой наиболее близкой к тем Unix, которые были вот раньше, в частности, там 4.4 BSD. Это, есть как, это является как положительной, так и отрицательной стороной. Положительное в том, что есть книги, которые написаны про устройство такой операционной системы. Правда, надо отметить, что есть книги, написанные по устройству FreeBSD. Вот и я, собственно, за что меня там FreeBSD в том числе зацепил, кстати говоря, да, это чуть тебя перебью. Это вот хэндбук. FreeBSD хэндбук вот отличная вещь для того, чтобы вот просто, то есть, если ты даже там ничего не знаешь в Unix, то читая хэндбук, можно вот просто сразу начать прямо вот использовать. И это очень клево. Я не знаю, когда я использовал FreeBSD, мне всегда хэндбук не нравился, потому что хэндбуки тогда, по крайней мере, было очень много воды, очень много ненужной информации. Вот мне в этом плане очень нравился всегда OpenBSD FAQ, потому что он был более конкретным, более, как говорится, to the point. Но это как бы личное мое мнение. В плане OpenBSD, то есть обратная сторона – это то, что OpenBSD не является… то есть положительного в том, что OpenBSD маленькая и что влияет на это то, что OpenBSD не является свалкой технологий. Те компоненты системы, которые не удовлетворяют качеством или не имеют активного мейнтейнера, в которых находятся проблемы, которые не фиксятся там годами. Такие части системы удаляются из дерева исходных кодов. Они туда, туда перед этим как-то еще и попадают. Видимо, все же, так сказать, вот тоже интересный вот, момент. Например, когда появился Fuse, все ходили и спрашивали, а когда в OpenBSD появится Fuse? Но в OpenBSD Fuse никому был не нужен, пока не появился один человек, который решил написать Fuse для OpenBSD, написал, и вот у нас появился Fuse. Потом оказалось, что имплементация не полная. И в отличие, например, как от других компонентов, которые были удалены, таких как Bluetooth Stack или там TMPFS, например, появился человек вот недавно, месяц назад, который стал активно слать патчи на Fuse. И Fuse вот получил такой второй шанс. Пока какая-то технология или какая-то программа не имеет человека, который отвечает за то, что она работает, такая фича или программа в OpenBSD не принимается. Ну да, вот про это, кстати говоря, Вадим Жуков, который тоже был у меня в гостях, да, из сообщества там OpenBSD разработчик, тоже, вот, знаешь, мне очень понравилось, что вот как бы ты приходишь, условно говоря, да, ты хочешь какую-то фичу привнести, не вопрос, приходи, контрибьюй, начинай, так сказать, ее там пушить, поддерживать, и пока это есть, вот этот процесс, да, ты, вот оно живет. Вот как бы ушел человек там, да, действительно перестал поддерживать, ну, и оно протухло, словом говоря, там перестало как-то обновляться, его выкинули, ну, не вопрос, очень такая демократичный такой подход. Да, то есть у нас подход такой, что ведь весь этот код, который вот мы поставляем с операционной системы, является фактически attack surface. Да? И не нужно ждать, пока человек выйдет на конференции там, Black Hat или что-нибудь такое, с какой-нибудь разгромным этим самым докладом о том, насколько плоха ваша безопасность из-за того, что у вас там есть там дырявый Bluetooth стек или еще что-то в этом духе. Нужно использовать превентивные меры. Вот OpenBSD это называют proactive security. То есть нужно заботиться до появления бага
о том, чтобы не было как бы возможности этому багу появиться. В ну, принципе. Это, конечно, подход, безусловно, очень правильный, но он требует очень, так сказать, больших сил, да, на то, чтобы это, во-первых, кто-то все время должен анализировать, изучать, да, то есть это, во-первых, так сказать, не просто какой-то там контрибьют его там приняли, а, во-первых, какой-то код-ревью, там, проверка. Люди должны быть действительно как-то, ну, специалистами, ну, да, это же... вот этот, все это связано. Же... Так это же проект хоббистов, то есть люди донатят свое свободное время. Поэтому... Конечно, вот он везде нет ZFS. Почему? Потому что размер ZFS – это фактически размер всего OpenBSD kernel сейчас. Зачем нам нужен такой тот самый... груз, скажем такой, так. Такой груз, да, который никто не в состоянии... Никто, во-первых, не в состоянии понять, как он работает. Да? То есть единицы какие-то там знают, как они работают. Там конторы... AX Systems, например, которые нанимают программистов заниматься этим ZFS, ничем другим. Мы же такого не можем себе позволить. Вот, поэтому, собственно говоря, и нету ZFS в OpenBSD. Ну, понятно, вот. Да. Слушай, ну, но давай... это ничего страшного. Mm-hmm. Это зато создает всегда как бы благодатную почву для того, чтобы появилось что-то альтернативное, что-то более простое, что-то более в конечном итоге безопасное. Да, слушай, интересные мысли. Но давай вернемся, знаешь, еще чуть назад. Вот хочу хотел задать вопрос, я смотрел вот, про OpenBSD. А почему не Solaris? Ты, если тем более пришел работать в Sun, да, где ты говоришь, довольно-таки много было, так сказать, там умных людей, и там же все-таки как бы Solaris на тот момент, безусловно, да, активно развивался еще, да. И вот, собственно говоря, почему все же выбор пал там на OpenBSD, а не на Solaris? Ну, во-первых, Solaris не являлся операционной системой с открытым исходным кодом. Ну да, но про это мы еще тоже вот еще не затрагивали, скажем так, аспект open-source составляющей, да? Да, это, кстати говоря, причина того, почему я никогда, хотя я вырос, используя DOS и Windows, я никогда не являлся программистом под Windows или DOS. И до сих пор для меня WinAPI это какой-то такой кубик-рубик. Я ничего не знаю про него, потому что я не могу пойти прочитать исходный код ядра Windows, правильно? Ну да. Я должен какие-то покупать какие-то книги, которые описывают какие-то API, которые меняются каждые 2 года. Зачем мне это надо? Ну да, есть такое дело. Понятно. В общем, Solaris, в общем, как бы не зашел, потому что не открытый, и все же ты этим начал заниматься все же, ну, по большей части, скажем так, в свободное от работы время, да, так как бы, или ну, уже в контексте именно... Конечно, вот. Нет, конечно, свободное от работы время, но в Solaris это просто не вариант был тогда, то есть, как Unix я пользовал Solaris, у нас одна из таргет-платформ была 8-й Solaris, но... Ну и что? Я могу изучить, как администрировать Solaris, но толку-то какого? Я же хочу понять, как операционная система работает, как ядро работает, как там разные части ядра работают, взаимодействуют и так далее. Ну вот это, кстати, расскажи, потому что, смотри, тут с одной стороны у тебя же... На самом деле, надо отметить, что мне повезло, и я сходил... Вот, наверное, тоже мне это как бы подсказало в итоге. Я сходил на курс Макса Брунинга Solaris Internals. Проводил сам для своих работников, сотрудников. Привозили они Макса Брунинга, это такой известный публицист по ядру Solaris. И вот он давал такой, по-моему... 2- или 3-дневный семинар по Solaris Internals. И, конечно, там я почерпнул тоже достаточно много. Но все же нужно понимать, что это, так скажем, более высокоуровневое описание, нежели чем... Ну, безусловно, безусловно, да. Да.
Вот поэтому интересно, расскажи, я говорю, как ты, так сказать, начал вот изучение операционной системы, да, как оно все работает, потому что, с одной стороны, ты сам говоришь, у тебя там больше такой не программистский бэкграунд, а именно админский, хотя, мне кажется, вот в данном случае это и в том числе и плюс, то есть, в принципе, там, даже если не говорить о том, чтобы начать что-то разрабатывать, да, до этого еще мы дойдем, а именно вот с точки зрения понимания, то есть, просто вот как-то у тебя там читал книги, или у тебя там были все-таки, так сказать, гуру, к кому можно было обратиться и там куда-то кто мог направить. Оно в любом случае в какой-то момент, опять же, чуть забегая, может быть, вперед, да, в любом случае ты пошел в исходные коды рано или поздно, ну, потому что без этого никак. Вот тоже интересно, как это было. Да, но на самом деле я всегда как бы программировал. У меня в школе факультативом был Паскаль, как у многих моих сверстников. Ну, вот. Да. Потом я изучал C. Вообще говоря, когда я изучал C в то время, оно всегда было нераздельно связано с C++. Я в итоге прослушал, наверное, 3 курса по C++, прочитал, наверное, 2 книги, включая Microsoft Foundation Classes. Но я с уверенностью могу сейчас сказать, наверное, сколько? 10, как минимум, лет спустя, что я не знаю C++. Вот. Но да, C, и тогда мы не разделяли понятия C и C++. У нас всегда был C++ исключительно. Даже если мы использовали printf там и так далее, все равно был компилятор, был Borland. Borland, да? C++, да, да. Я сам тоже где-то во времена там школы, института тоже помню, изучал его там. Вот. Вот, и то есть программировал на C и C++ я, в общем, в целом всегда. Но понравилось мне программировать на C и C++ именно под Unix, потому что сразу было ясно и видно, что такое компилятор, что такое линкер, что такое ассемблер, что такое runtime linker, что такое там, я не знаю, дебаггер. Вот я когда первый раз увидел, поскольку я использовал этот Borland Integrated Development Environment фактически, когда я увидел GDB в первый раз, я не понимал, как им люди пользуются. Да. Как это самое. Я пытался найти какой-то графический интерфейс к нему и так далее. В общем, вот. Но программировать как бы я научился в свободное время от всего. Ну, ага. Конечно, были курсы там, и в политехе были курсы, и в банче были курсы, и в DSP мы там программировали, и много чего всякого. Но значит, когда я был в САНе, я решил понять, как все-таки попробовать понять, как компьютер работает. Я начал с такой вещи, которая называется performance counters. В каждом процессоре Intel или AMD современном есть набор таких performance counters, которые считают всякую разную статистику, там кэш-миссы и так далее. И вот я начал вот с этого, начал с простого. Тогда вот буквально появились двухпроцессорные, двухкорные, вернее, процессоры, Core to Duo, да? До этого мы все работали на однопроцессорных машинах. Поэтому разница, в общем, работаешь ты там под OpenBSD, FreeBSD или Linux, было по большому счету никакой. А когда появились многопроцессорные системы, вот, и многокорные системы, тогда, конечно, стало уже все по-другому, потому что Linux был готов к этому, FreeBSD подготавливалось, OpenBSD до сих пор. Как бы только вот пару лет назад начало какие-то телодвижения в эту сторону. Вот.
И я, да, я начал вот с простого, с performance counter. Там еще какие-то мелкие вещи. Начал слать патчи. Да, я вот решил портировать этот интерфейс performance counter на новую эту архитектуру, которую тогда тоже добавили в OpenBSD, потому что вышел AMD 64, как он, Athlon 64, да, был? Да, Атлон 64, Атлон Вот XP, только Атлон 64. появился Athlon 64, появилась новая AMD 64 архитектура OpenBSD. В OpenBSD появился порт на эту архитектуру. А performance counter не было. Ну, я вот решил добавить performance counter. Добавил performance counter, там переписал программу эту, чтение этих performance counter. Ну, нет, она, значит, программирует их, они программируемые. Программирует их, а потом читает значения. Вот. Ну и там еще какие-то патчи небольшие подсылал. Я вообще подсылал им патчи на всякие man-page, на всякие юзерлендовые тулы. Ну, Много лет подряд это уже, вот, да? кстати говоря, обычный такой, в принципе, use case, да, когда люди там, ну, понятно, что сразу там начать что-то в ядро контрибьютить, это надо быть, так сказать, 7 пядей во лбу, что называется. А вот там какие-то там, не знаю, там, ну, банальные, я не знаю, там ошибки, да, какие-то там опечатки, прочее, это все равно, как ни, так или иначе, в общем-то, уже ты там начинаешь общаться в комьюнити, уже какой-то вот, ну, скажем так, входишь, да, вот в это комьюнити, и какой-то начинается процесс такой вот этот, интеграции, скажем так, тебя, да, в сообщество, и в любом случае оно уже там в дальнейшем располагает, потому что люди уже как бы минимум там примелькались в твои патчи, видишь, что, да, человек как бы проявляет какой-то интерес, активность, ну, может быть, вот что-то такое есть, да, все-таки согласись. Ну, в целом, конечно. Я, правда, не знаю, смотрю так на людей, присылающих патчи на опечатки, немножко косо, но в принципе, конечно, да, конечно, да. Конечно, вопросов нету. Вот. Ну и вот, и значит, начал я вот с этого, а потом так получилось, что товарищ из Киева тоже как-то был связан с нашим OpenBSD комьюнити, Сережа Присяжный, решил организовать Киев BSD Conference первую в 2006 году, по-моему, это было, если я не ошибаюсь. И я и пригласил меня, давай, говорит, расскажи нам. А я, значит, аккаунт получил в это время. Я, правда, не хотел аккаунт получать, потому что мне как бы особо это было не надо, но меня там убедил товарищ один, что Не, ну как же, типа это же пригодится. круто, смотри, да, у тебя, так сказать, там есть доступ, все Ну, дела. круто. Дело же не в крутости. Дело же, для меня было это не важно. Мне хотелось просто поизучать, как ядро работает. Понимаешь, аккаунт это все же некая ответственность, некая такая. Работу нужно какую-то выполнять, чтобы раздоверили аккаунт, да, надо Ну, что-то в сделать. общем, да, конечно, да, есть такое. Ну, я как бы не уверен был, что это мне надо было. Ну, в общем, и в целом появился у меня аккаунт, вот пригласили меня в Киев на конференцию, я решил, ну, а мне как бы не было особо о чем говорить там, но я решил так, как бы сделать некое обозрение подсистем ядра, как ядро работает, какие там примитивы синхронизации есть и так далее. Вот. И почему-то, по-моему, где-то на работе в сане я стрельнул, да, книжку Design and Implementation of 4.4 BSD Operating System. Это вот классическая книжка, написанная Маккузиком, там, Бостиком и так далее, и другими по последнему релизу BSD из Беркли, да, 4.4.4. Вот. И я начал ее читать, и я узнал для себя много нового. На самом деле, книжка
книжку можно порекомендовать даже к прочтению сегодня, потому что то ядро, которое там описано, оно очень-очень простое. Оно рассчитано на унипроцессорные машины, там используют они архитектуру HP-300, это, по-моему, Motorola 68000 процессор, но это как бы не мешает, они не вдаются в подробности того, как эта машина работает, они просто как бы обозревают архитектуру ядра неких таких общих концепциях, скажем так, machine-independent концепциях. Хотя они рассказывают там и про machine-dependent части, такие как там PMAP и так далее, насколько я помню, по крайней мере. Ага. Вот, и начал я читать эту книжку, а потом случилась у нас поездка с товарищем по Германии, и я заехал в Мюнхен к украинскому OpenBSD-разработчику из Нью-Йорка, который жил в то время в Мюнхене, такому дяде Микки. Вот. И ну, мы с ним ходили на пиво, пообсудили мой доклад. Я понял, что я ничего не знаю, как обычно. Я понял, что я хочу узнать намного больше, чем давала книжка. И я понял, я выяснил, что у них была открыта позиция в конторе, вот, в которой он работал. Они занимались разработкой продукта на основе OpenBSD full-time, и у них были вакансии. И я как бы интервью прошел в пабе. Ну, нормально, нормально. Хорошо. Да. Вот, решил. Почему бы и нет? Попробовать. Видишь, вот до сих пор пробую. Слушай, это уже сколько же лет ты вот, значит, так? Это 9 лет назад было. Ого, ну нормально, нормально, хорошо. Слушай, ну это обычное дело, когда, знаешь, там, вот, возвращаясь там к докладу, да, так сказать, выбираешь какую-нибудь тему, думаешь, ну вот, с одной стороны, вроде как и про нее рассказать, но в процессе подготовки понимаешь, что действительно тебе еще самому много чего надо, так сказать, перерыть, перекопать, там, скажем так, переварить, да, вот, для того, чтобы сделать там хороший доклад, за который будет там не стыдно и там не боясь, что тебе там что-то спросят, а ты не сможешь ответить. Да. Ну, стыдно мне было достаточно сильно, потому что в аудитории были ребята из киевского, ой, я же не помню, как это называется, ну, институт, который, да, там что-то политех. Я забываю. КТИ? Не, я тоже сейчас уже не скажу, к сожалению. Короче говоря, Костя Белоусов и еще там один товарищ из FreeBSD, который, конечно, уже на тот момент собаку съели, да не одну на этом всем деле. Я, конечно, по сравнению с ними был там таким мальчиком. Вот. Но, тем не менее, в общем, доложил, съездил, вроде как все нормально. Потом через месяц я вот уехал в Германию работать на эту контору. И начал заниматься OpenBSD профессионально. И этим я занимался вот 9 лет до конца сентября этого года. А сейчас что так, кстати, ты говоришь, прям занимаешься? Ну, сейчас все. Сейчас занимаюсь другими вещами. Понятно. Ну, FreeBSD, OpenBSD, то есть оно, так сказать, с тобой уже, я думаю, навсегда. Ну, наверное. Хорошо. Так, ну давай расскажи еще, так сказать, что-то вот интересное. Вот счетчики перформанс-каунтера, да, как ты дальше вообще открывал для себя ядро, вот его там архитектуру вообще, ну, интересно послушать, дальше, как все это было. Дальше я фактически приехал в Мюнхен, и у меня появились рабочие реальные задачи. Например, был один забавный момент, ко мне пришел начальник и говорит, нам нужно
поддержать новую ревизию оборудования нашего, которое идет с новым RAID-контроллером. Вот мы как бы пытаемся понять, давать тебе эту задачу или не давать. И вопрос они мне задали такой: вот сколько тебе времени потребовалось в прошлый раз для написания драйвера RAID-контроллера? На удивление, мне этот вопрос потом задавали достаточно часто. Ну, конечно, не про RAID-контроллер, а про любую другую вещь. Так. Вот. Ну, сначала, конечно, я стушевал, но на тот момент я уже прочитал книгу Брукса «Мифический человек-месяц». О, великая книга, книга, да. Поэтому я знал, как, в общем и целом, проекты подобного рода работают. Поэтому мой стандартный ответ на такие вопросы – это полгода. Ну, там, конечно, я в голове как-то это считаю, но, в общем и целом, полгода. И обычно это и занимает полгода. Так. Поэтому... Вот. Ну, вот начал заниматься этим RAID-контроллером. Там мне немножко повезло, надо отметить. Параллельно со мной там еще ребята, оказывается, начали заниматься. Ребята из Dell. У нас там была пара девелоперов, работали они в Dell. И Dell тоже использовал эти контроллеры. Это LSI были контроллеры. LSI Logic. Конкретно назывался MPT Fusion 2, то есть вторая ревизия этого MPT Fusion их протокола. Ну вот, и мне повезло, они фактически смогли, в то время как я там пытался начать этот драйвер, они уже смогли написать большую часть интерфейса. Там Bootstrap был какой-то достаточно сложный. Вот. Но как бы счастью для меня, они почему-то закончили на Bootstrap. Они почему-то там, у них время закончилось или еще что-то. Ну, я дальше... В смысле, они тоже это для OpenBSD, да, делали? Да-да-да-да-да. И вот я продолжил их работу и доделал. Там у нас была большая проблема в том, что нужно было дать возможность обслуживающему персоналу подойти к серверу, вытащить диск номер там 5, да, вставить диск номер, ну, вставить диск новый. Назад. Поддержка хот-свапа такая, вот, что называется, да? Да-да-да. Горячий резерв, горячая замена. Там была эта самая хот-спе, и нужно было поддержать этот весь механизм с хот-спе и все это прочее. И когда ты вставляешь этот... И когда, значит, ты там... Ну, в OpenBSD есть такой интерфейс для менеджмента RAID-контроллеров, который называется BIO. Вот, и есть утилита BioCTL. Надо было сделать так, что когда ты выводишь BioCTL, когда BioCTL выводит свой вывод, идентификатор диска совпадал с идентификатором диска на панели. То есть, чтобы оператор видел, что диск 5, да, и что реально это пятый. Что диск 5, и это реально пятый диск физически. Вот с этим мы там помучились. Такого рода вещи. Ну, потом у нас были интересные проекты там на тему этих самых PowerPC-шных систем-на-чипов. Мы там делали PCI-Express на замену карт-басу, который пришел. Я не помню, как он назывался. Экспресс-карт. Вот он как назывался. А, да. Делали экспресс-карт. Девайс такой на PowerPC-шном соке. И вот я там написал
пару периферийных драйверов тоже. Такая интересная была задача. Вот, а потом решил я переехать пойти работать в другую контору, которая тоже занималась OpenBSD. В итоге я проработал во всех конторах в Германии, которые занимались OpenBSD. В Ганновер, и там я начал заниматься криптографией. Все началось с поддержки новых инструкций, которые Intel в свои процессоры добавила, ASNI, для выполнения AES. И сопутствующая инструкция была PCLMU, Carryless Multiplication. Я не стану переводить на русский язык. Короче говоря, эта инструкция используется для оптимизации перемножения в конечном поле. Есть такая математическая штука, называется конечные двоичные поля. Вот. И эта технология используется для генерации MAC, Message Authentication Code. Цифровой подписи, может быть, это называется. Не, ну MAC, что, это термин понятный, да, MAC, там H, ага. Куда-то все. Ну вот если есть такой алгоритм, ASGCM, Global Account Mode, который использует эту вот подпись, которая генерируется с участием AES и вот это перемножение. Вот мы добавили это, я добавил это дело в OpenBSD, в ядро. Так я познакомился с OpenBSD Cryptographic Framework. И потом я много делал всяких вещей в OpenBSD Cryptographic Framework. По-моему, последней вещью было, я добавил этот самый. Да, ну вот, когда ASGCM добавляли, мы добавили этот режим, который называется Authenticated Encryption. Ну, это так, технические детали. Короче говоря, начали мы заниматься активно вот такими вещами. И потом мой шеф написал новый сервис для поддержки протокола, который называется IQv2, для обмена ключами, IPsec ключами. И я вот тоже принял участие в разработке. Хотя этот проект не завершен. Сейчас вот другие люди им занимаются. Но, в общем, положили мы там основание некое. Слушай, ну вот ты говоришь про криптографию, да, тут на самом деле ведь и математический аппарат довольно такой серьезно используется, да, вот ты там всякие, тут уже называешь там термины. Я так понимаю, у тебя же тоже, в принципе, ну там каких-то институтских знаний именно в таком объеме-то по большому счету, ну, не было. То есть ты еще, получается, и с этой точки зрения тоже что-то изучал, да, там как бы, ну вот во все это вникал. Не, ну а что, там по большому счету полиномы. То есть все, просто они представлены в этом самом векторами, битовыми векторами. Но в принципе, конечно, не, ну я должен отметить, что математическая подготовка в Бонч-Бруече была не самой плохой. Мне такое было ощущение порой, что первые 2-3 курса единственное, что мы делали, это математика. Ну, но я не знаю. Ну, конечно, криптография это немножко другое. Но я не занимаюсь, видишь, я же не занимаюсь ресерчем, да, я же не занимаюсь математикой именно. Ну, я да, занимаюсь да. исключительно имплементацией уже такой. Инженерией, да. Да. Ну, знаешь, тут я могу сказать
Вот что. Не стоит изобретать ничего своего нового, да? Потому что это может неосторожное использование криптографии и криптографических примитивов может привести к катастрофическим последствиям. Ну, что да. не раз было подтверждено интернетом, правильно? Ну, конечно, да. Слушай, а вот расскажи еще вот про вот этот CryptoGraphic API. Это просто часть ядра уже, да, так сказать, которая была, которая предоставляла какие-то там, не знаю, примитивы, конструкции, да, API для взаимодействия. Вот просто как, что это такое немножко? Да, вообще, почему она появилась, грубо говоря, это потому что хотелось людям в 90-х годах связать воедино реализации криптографических алгоритмов на C, то есть софт, да, и PCI-карточки, которые назывались и называются криптографическими акселераторами. Криптографический акселератор работает, грубо говоря, как сетевая карта, то есть ты в нее, то есть есть некий producer-consumer интерфейс, и ты в него отправляешь через, какие-то данные, через, да. Через DMA, да, отправляешь свой этот самый буфер, который тебе нужно там пошифровать. Вот, или, скажем, ну не буфер, а там использует этот самый scatter-gather, такая структура данных. Вот. А когда устройство готово, оно посылает интерапт, и ты принимаешь интерапт, и у тебя уже зашифрованный или расшифрованный буфер. Вот. И дальше можно с ним что-то делать, отсылать дальше по стеку, если ты принимаешь этот пакет, или отсылать дальше в сеть, если ты отправляешь. И у них была задача как бы связать это воедино. То есть, чтобы стек, IP-стек, когда ему нужно было зашифровать пакет, он просто отдавал этот пакет в этот фреймворк, вызывал соответствующий API-вызов, и фреймворк бы уже делал работу в соответствии с тем, какие ресурсы в системе есть. Если есть PCI-устройство, то этот фреймворк бы знал, какие алгоритмы это PCI-устройство поддерживает, и если алгоритмы, которые используются для шифрования, выбранные для шифрования этого пакета, которые нужны, если соответствуют, да, они соответствуют, тогда устройство может выполнить эту функцию, криптографический фреймворк отправляет запрос в это устройство. А если не может, значит, использует софт. Такая вот система. Она была доступна до какого-то времени из юзерленда, через DevCrypto, и можно было, в OpenSSL был соответствующий написан, они называются Engine, и можно было использовать, можно было эти самые запросы посылать из userland программы, например, из libcrypt, OpenSSL. Но поскольку индустрия пошла в несколько другом направлении, нежели казалось тогда, в 2000-х годах, и фактически сейчас на рынке криптоакселераторов остался только Cavium, режим работы которого зависит от той прошивки, которая используется, там у них разные режимы работы, то как бы это сейчас не является большим приоритетом поддержка таких устройств. И я вот сейчас как бы силюсь с тем, чтобы
пойти и удалить все эти драйверы оттуда и переделать несколько фреймворк. Есть несколько идей относительно того, как современные криптографические алгоритмы должны, как API должен быть построен для современных криптографических алгоритмов, чтобы можно было максимально увеличить throughput пропускную способность этих алгоритмов, да. Потому что, грубо говоря, современные вот алгоритмы пишутся таким образом, чтобы работать на contiguous, это как бы целом буфере, на целом буфере, то есть без, не на списке буфера. Ну, без чанков, скажем так, без кусочков, а именно на целом объеме. Да, да? На целом буфере работать большими кусками данных. То есть, допустим, если у AS блок, размер блока 16 байт, то есть алгоритмы, которые имплементируют, например, ISCBC, то есть уже режим они имплементируют шифры, они собственно шифр. Режим шифра имплементируют и используют, там, допустим, 4 блока за раз. То есть они работают уже не 16, а 64 байтами за один проход. И, соответственно, API должен быть построен так, что это возможно. А сейчас это, например, невозможно. Слушай, ну вот, знаешь, чуть-чуть, так сказать, отбегая назад, я так понимаю, что мир-то пошел по пути того, что, в принципе, производители там процессоров, там Intel, не знаю, AMD, неважно, по большому счету поняли, что, ну, увидели востребованность, да, вот этих всяких поддержек алгоритмов, там, шифрования, и так или иначе начали внедрять там какие-то, вот, я так понимаю, там, конструкции, именно операции, да, именно на уровне там процессора, ядра, ну, процессора, да. И, соответственно, вот эта вся необходимость в каких-то дополнительных этих железках, акселераторах, она, по большому счету, да, там, сошла на нет, вот. И вот насколько изменился именно подход с точки зрения, ну, такого, там, не знаю, низкого уровня, или наоборот, взаимодействие именно вот к этим алгоритмам, да, ты сам говоришь, что у тебя появились какие-то идеи, то есть подход вот именно связанный там с последовательностью, вот, с буферами, да, то, что большие объемы стали данных, и либо возможность, ну, вот, как бы в текущих там имплементациях там процессоров какие-то конструкции позволяют там еще какие-то вещи делать более оптимально, да, вот расскажи чуть поподробнее. Ну, вообще говоря, первой проблемой, с которой я столкнулся, когда я начал заниматься ASNI в ядре, это было то, что ASNI использует, это фактически, как он называется, Single Instruction Multiple Data команда, то есть это инструкция, которая использует FPU, математический сопроцессор, и используют 128-битные XMM-регистры, которые доступны только математическому сопроцессору. Проблема использования математического сопроцессора в ядре состоит в том, что исторически контекст задачи с математического сопроцессора не снимался в момент переключения задачи на центральном процессоре. То есть, если, допустим, у нас есть 5 процессов, которые выполняют исключительно целочисленные вычисления, и есть один процесс, который выполняет вычисления с плавающей точкой, то когда эти процессы, допустим, работают на однопроцессорной системе, да, то есть они работают, что называется, concurrently, но не в параллель, они контекст FPU, контекст математического процессора никогда не меняется. Он всегда висит в контексте вот этой плавающей задачи с плавающей точкой, условно. Да, да. Потому что переключать контекст математического процессора достаточно дорогостоящая операция. А чем дальше мы как бы улучшаем наш векторный этот самый юнит в процессорах, то есть
вот эта вот часть процессора, которая отвечает за SIMD инструкции, тем больше мы добавляем регистров. То есть, вот, допустим, AVX добавляет 256-битный регистр, или это AVX2, я не помню. И увеличивает их количество. То есть один из SSI, SSI-4 или SSI-3, я не помню точно, увеличил количество XMM-регистров. В MD64, я вот помню так, что в MD64 больше XMM-регистров, чем в Intel 386. Mm-hmm. Почему? Странно вообще. Но неважно. Короче говоря, мы увеличим количество этих регистров, соответственно, размер стейта математического процессора увеличивается. И сохранять все эти данные, потом их же нужно сохранять в памяти, да? Ну да, то конечно, есть, при переключении. Из математического процессора эти данные гнать в память, а потом когда-то гнать эти данные из памяти математического процессора. Ну, да. Да, это все очень дорогостоящая операция, которая стоит очень много процессорных циклов. И поэтому было принято решение давно-давно, почти, я думаю, что на всех операционных системах. Хотя вот что-то пробегало новость, что сейчас это меняется, как бы представление об этом. Но неважно. Почему в целом на OpenBSD математический процессор по-прежнему использует так называемый lazy context switching. То есть, только при необходимости. Да, угу. При необходимости. И получается так, что ядро-то никогда не использовало плавающую точку. Потому что, ну, просто не использовало. Нет, в ядре не совершались вычисления с плавающей точки никогда. Вот. И, соответственно, у ядра контекста математического процессора просто-напросто не было. Вот. И мне пришлось добавить вот, все эти функции для того, чтобы у ядра таки был контекст математического процессора, и ядро могло при необходимости сохранить стейт процесса текущего, или контекст процессы, который загружен, могла его сохранить, выгрузить, заменить свои и так далее. Вот. И вот это было новым, вот этого никогда как бы не было. Соответственно, даже если у тебя нету конкретных инструкций, допустим, ASNI для AS, вот, допустим, используешь другой шифр какой-либо, и этот шифр выполнен, написан на SIMD инструкциях, все равно нужно вот, производить этот танец с загрузкой и сохранением контекста математического процессора. Вот, это вот первая такая вещь. Но, с другой стороны, одним из больших плюсов использования SIMD-инструкций в криптографических алгоритмах является то, что поскольку размер XMM-регистров такой, что он подходит под размер, размер блока современных шифров, например, OS блок 16 бит, это 128, 16 байт, это 128 бит. Получается такая картина, что используя вот эти векторные расширения, можно производить операции, которые AES должен производить над блоком, над одним блоком, одновременно. Да? То есть, если у тебя, допустим, в целочисленной арифметике, то тебе нужно этот блок разбивать там, на 32-битные слова или на 64-битные слова и оперировать с ними отдельно, да? Допустим, там shift какой-то делать, сдвиг там, какой-нибудь делать, то тут получается так, что ты можешь сделать сдвиг на всем блоке сразу. Вот.
Ну да, ага, за один проход, по сути, за одну операцию. Да, за одну операцию. На удивление, одним из, так сказать, одним из сайд-эффектов этого всего является то, что люди стали писать вот эти вот шифры с векторными расширениями таким образом, что у тебя нету бранчей, у тебя нету инструкций условного перехода. Ну, то есть, получается, ты так настолько алгоритм превращаешь вот за счет сдвигов, да, вот и исключаешь вот эти все возможные какие-то, получается, Да, то там, есть дизайн, брончевание. ты должен дизайн. Там фигня в том, что тебе как бы не хочется переключаться из SIMD в нормальные инструкции, в числочисленные. То есть ты пытаешься сделать максимум на SIMD, и когда ты уже все сделал, тогда ты переключаешься в числочисленный режим, и там что-то происходит, да, там в C уходишь и так далее. Так вот, сайд-эффектом этого является то, что люди стали понимать, что таким образом можно писать, эффективно писать то, что мы называем timing-resistant алгоритмами. Да? То есть, что это значит? Это значит, что алгоритм исполняется одно и то же число циклов, одно и то же время, независимо от того, какие данные в него вставляются, какие данные у него на входе. А поскольку раньше, которые атаки считались чисто теоретическими, сейчас являются вполне себе практическими. Атаки на поиск, на нахождение и соответственно, эксплуатацию timing side channels, что называется. То есть можно выяснить то, какими секретными данными шифр оперирует, просто используя его, да? Просто прогоняя через него данные. Вот миллиард байтов через шифр прогнал, и на каких-то статистически ты видишь, что на каких-то определенных блоках шифр тратит больше времени. Да? Так. И вот таким вот образом люди сумели, например, сломать одну из популярных этих самых имплементаций шифра AES. То есть они смогли раскрыть ключ. На локальной машине этот тест выполняется секунды или доли секунд, я не помню точно. И ты раскрываешь приватный ключ. Но надо, конечно, прогнать очень много данных через это дело. Поэтому вообще в нормальных системах шифрования, конечно, используется лимит на то, какое количество данных и какое количество времени отдельно взятый сессионный ключ используется в этой системе. И после, там, допустим, 512 мегабайт или там гигабайта, или там по истечении, не знаю, ну, зависит от системы, там 10 минут, 20 минут ключ должен автоматически меняться. Слушай, а еще раз, Вот. вот просто чуть-чуть, я, знаешь, до конца не понял. Вот ты прогоняешь много данных, да, в каких-то блоках находишь закономерности, которые там выполняются дольше. Ну, то есть ты находишь какие-то, скажем так, связи входных данных, да, и то, как их преобразовывает после там количества, ну, как они преобразовываются на выходе, условно говоря, понимаешь, какой куда там сместилось, какой во что превратилось, и тем самым постепенно подбирая вот эти вот комбинации, скажем так, да, как-то, то есть в этом идее, да, правильно? Я понял. Смотри, тут, конечно, нужно еще представлять себе то, что конкретно, например, вот в этом примере с AES используется реализация, которая
используют большие так называемые lookup tables, то есть это таблицы, которые алгоритм подгружает в память, то есть они находятся у тебя в исполняемом файле, они забиты, да, в код. Эти таблицы с вычисленными уже заранее коэффициентами, да, и в зависимости от там, ну, например, в IIS, от ключа, да, ты ходишь по этим таблицам, то есть вот бит в ключе такой, ты выбираешь вот ту ячейку из вот той таблицы, да, и так далее. И вот таким образом они как бы, что они делают, например, вот в данной атаке, они меряют latency, потому что эти таблицы большие, они у тебя из кэша постоянно выбиваются другими программами и так далее. Ты на локальной машине ты можешь контролировать, что у тебя фактически в кэше находится. Ну да, да, конечно, да, можно все остальное там забить. И... Правильно, правильно. Вот. Поэтому они меряют, сколько процессору стоит загрузить вот те или иные коэффициенты в таблице. А поскольку индекс коэффициентов в таблице напрямую связан с битом в ключе, они постепенно выясняют, какие биты находятся, собственно говоря, в ключе. Понятно, да, примерно я понял. Ага. Вот таких атак сейчас полно. И раньше считалось, что как бы это все так несерьезно. В плане IIS, например, вот эта имплементация, о какой идет речь, она является вполне себе живой, вполне себе стандартной, вполне себе рекомендованной там. Ну, не знаю, рекомендованная NSA или не рекомендованная NSA, но, в общем, когда NSA спросили, а вот что вы считаете, что вы думаете насчет всех вот этих вот таблиц и вообще side-channel attacks и так далее, они сказали, а нас это как бы не парит, у нас есть hardware, который делает IIS у нас, который constant time, да, и их как бы это не интересует, да. Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос. Вот. А весь остальной мир вынужден, так сказать, бороться с этими проблемами. Вот. И поэтому современные криптографические алгоритмы, они уделяют особое внимание тому, что дизайн криптографического алгоритма построен на том, чтобы constant time имплементация этого алгоритма была, так сказать, быстрой и адекватной, то есть и как бы простой, да, ну, чтобы не надо было никаких выдумывать механизмов для того, чтобы использовать не, допустим, тот алгоритм, который написан там, в этом самом в докладе или в paper, а не выдумывать свой, а использовать то, что написано именно в докладе. Вот, например, Бернштейн свои последние шифры, вот Сальса-20 и Чача-20, разрабатывал именно таким образом, чтобы его документация как бы проторила дорожку в направлении того, чтобы любая имплементация, которая сделана вот по этой документации, она бы была constant time с самого начала. То есть не было, чтобы никаких головоломок на эту тему. Вот. Ну, понятно, так, да. И... Как бы предсказуемое время, да, и про простой понятный алгоритм, понятное дело, что может предотвратить какие-то возможные в дальнейшем какие-то там, не знаю, способы, скажем так, да, его как-то обмануть и что-то с ним такое сделать, наверное, как-то так. Понятно. Слушай,
тут, ну, даже не знаю, про что такое тебя, про криптографию, так довольно ты хорошо, круто завернул. Я немножко пригрузился. В OpenBSD, кстати говоря, вот, знаешь, как-то так, ну, мне кажется, вот слывет тем, что как раз считается каким-то таким, ну, там, не знаю, эталоном, не эталоном, но, наверное, может быть, не самое верное слово, но такой операционной системы, которая всегда вот как бы за безопасность, за секьюрность, да, и вот там всегда какие-то вещи, в общем-то, ну, не знаю, там, реализуются именно в контексте именно безопасности в первую очередь, да, мне кажется, про то, Ну, что, кстати, конечно. Вадим рассказывал, да, то, что там, Teodorat, собственно, тоже за это ратует там в первую очередь. Ну, там всякие, я не знаю, что, OpenSSH, которые, ну, понятно, что напрямую там как OpenBSD не одно и то же, но, тем не менее, вот всякие такие вещи, они растут ноги, скажем так, ну, примерно из одной какой-то области. Не, OpenSSH – это часть OpenBSD проекта. Вот. Там, кстати говоря, вот интересно, знаешь, там вот Libre Open, ну, OpenSSL, который используется, да, самая известная, наверное, такая реализация. И вот там LibreSSL, вот про этот раскол, ты что-то можешь такого сказать, твое впечатление на это, когда вот слишком часто стали находить и жаловаться там на OpenSSL, что даже сделали форк там LibreSSL, вот все это такое. Ну, вообще, мое персональное мнение в том, что поддержка LibreSSL, поддержка OpenSSL требует все же большого количества времени, большого количества денег, большого количества людей. Вот канадский программист Томас Порнин, широко известный в узких кругах, решил показать, что может один человек написать криптографическую библиотеку с нуля под адекватной лицензией, имплементирующую все требования современных TLS стандартов. И сделал. Называется она BearSSL. Вот меня это. И более того, он не то, что просто написал все на C, у него для каждого алгоритма 3 или 4 реализации существуют, включая вот SIMD реализации и так далее. И меня лично это очень сильно, как бы, я считаю, что это, в общем и целом, правильное направление. Проблема в OpenSSL, LibreSSL заключается в том, что написано очень много софта, которые используют вот этот вот API. Причем API ужасный. API никогда не был толком документирован. Чтобы написать что-то на LibreSSL, ну, на OpenSSL, всегда приходилось читать исходный код. Я считаю, что это вообще ужасная ситуация. И они довели это до какой-то до ручки. Вот. Слушай, ну вот сейчас-то как бы, вот смотри, сам ты говоришь, да, что ведь Вот, действительно очень, да. очень много софта уже завязано на этот API, да, вот как теперь выйти-то из этой ситуации? Да никак. Я считаю, что никак. Не пишите новый софт с использованием вот этих вот старых API. Например, а что же нам делать, да? А делать вот что. Например, использовать libTLS. Вот OpenBSD разработчики с самого начала указали на проблему с API и начали субпроект LibreSSL, который называется libTLS. Это маленькая библиотека оберток. То есть она предоставляет свой API, который оборачивает LibreSSL в какие-то понятные простому смертному функции, да, и структуры данных. Вот. Используйте модули, которые популярные модули для своего языка программирования, которые поддерживаются комьюнити, да, то есть за который как бы
если, допустим, есть какое-то изменение, если есть какое-то что-то меняется, что-то перестает быть безопасным в OpenSSL или в RibreSSL, эти проекты всегда пытаются следовать этим изменениям, да, сохраняя, ну, по большому счету, существующие API для своих пользователей. Поэтому не пишите свои модули. Вот и все. Используйте готовые. Хотя я, конечно, могу представить себе, что в каких-то ситуациях готовые модули ужасного качества. Ну, это уже дело, так сказать, комьюнити того языка программирования, той среды исполнения, которой вы занимаетесь. Вот. Используйте альтернативные библиотеки. Возможно, BareSSL – это слишком альтернативно, слишком ново, непроверено и так далее, и тому подобное, не саппортит ГОСТ и так далее. Или для американцев не саппортит, там, не является FIPS сертифицированной библиотекой и так далее. Но LibreSSL тоже не является FIPS сертифицированной библиотекой. Есть другие альтернативные реализации криптографических. Например, вообще говоря, частью OpenSSL и LibreSSL, как следствие, являются, они разделены на две библиотеки, LibCrypto и LibSSL. LibSSL имплементирует, ну, вот он имплементировал SSL протокол, сейчас имплементирует TLS протокол. Ну, понятно, да. Угу. Там много всякого всего, там эти самые, для работы с сертификатами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. LibCrypto имплементирует исключительно криптографический алгоритм. То есть, если вам нужна библиотека для работы с криптографическими алгоритмами, возможно, какие-то альтернативные библиотеки, современные, например, портабельная упаковка NACLA от Бернштейна, или как его называют, соль, потому что натрий-хлор, да? Ну да. Есть такой LibSodium проект, который, да, да, слышал, пакует эту криптографическую библиотеку NACL, пакует вот в такой портабельный человеческий проект, человеческую такую, в такой package, как бы, который можно уже дальше использовать, потому что NACL, по-моему, API похуже, чем у LibSodium, но неважно. В общем, существуют альтернативные криптографические библиотеки и так далее. Если вам нужно исключительно работать с криптографией, попробуйте посмотреть на альтернативные реализации. Если, допустим, у вас стоит выбор какой, какие криптографические алгоритмы использовать, вот в этом отношении LibSodium и NACL еще лучше, они выходят на первый план, потому что они предоставляют правильные криптографические алгоритмы, правильные криптографические примитивы для всего спектра криптографических операций. Что это значит? Это значит, у вас есть блочный шифр, у вас есть там потоковый шифр, да? У вас есть MAC, поле 1305, например. У вас есть система для обмена ключами, например, Curve 25519, которые можно использовать, например, для Diffie-Hellman и так далее. И система работы с приватными и публичными ключами для, соответственно, цифровой подписи и так далее. Это вот на основе Curve 25519 называется ED25519. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Edwards Curves. Вот. То есть это пакет, который позволяет вам
правильно имплементировать все нужные криптографические протоколы для того, чтобы написать систему, например, типа SSH. Да? То есть систему, где происходит обмен ключами, то есть у каждого, допустим, есть какая-то система PKI, да, Public Key Infrastructure, есть система генерации сессионных ключей Diffie-Hellman, да, вот сессионные ключи получили, у вас есть шифр для шифрования данных, для передачи данных, и MAC для того, чтобы проверять, что данные идут оттуда, откуда надо. Вот. То есть весь спектр криптографических примитивов доступен из одной библиотеки. Вот это я считаю, что правильно Бернштейн это вот, уперся, сделал, вот и все всю работу провел, вот этот, там, автор Липсодиум это все спаковал и так далее, возможно. Можно брать и пользоваться. Если, допустим, не нужны вам инфраструктуры для работы X509 с сертификатами, да, и так далее. То есть, если все это не нужно, нам нужны просто публичные и приватные ключи в том формате, в котором библиотека может их читать, или дальше вы можете эти ключи, допустим, там в Base64 сохранить, и тогда это можно уже придумать свой формат хранения этих ключей. Берете одну библиотеку и стройте на ней всю вашу криптографию. Вот. Понятно. Слушай, ну вот мы так поговорили там про криптографию такой, это больше, наверное, такой какой-то прикладной уровень. А расскажи вообще, какие механизмы там, не знаю, безопасности именно там в ядре, да, OpenBSD присутствуют. Вот там много сейчас всяких, мне кажется, на эту тему есть каких-то вот таких умных, красивых слов, там всякие там карлы, ISLR, да, прочие штуки, которые, может быть, ну, там, в Linux тоже везде где-то есть. Расскажи, вот что там есть в OpenBSD для этого, какие-то вещи. Кстати, ну, говоря, да, кстати говоря, насчет того, что есть в Linux, я недавно решил посмотреть, найти Linux, который можно было использовать в замену OpenBSD, который бы поддерживал все те же системы, как мы их называем, attack mitigations, да, как и OpenBSD. И я, честно говоря, не нашел. Но я должен отметить, что частично я не смог найти такого дистрибутива по причине того, что многие авторы дистрибутивов не публикуют такую информацию на веб-сайте. Вот, например, например, Void Linux, да, известный такой дистрибутив достаточно security ориентированный. И по факту, по крайней мере, со слов разработчиков Void Linux, в дистрибутиве применено очень много технологий, о которых они ничего не пишут на сайте. Так что я вот должен отметить, что зря не пишете. Зря. Например, security раздел Void Linux на сайте фактически пустой. Он там, они пишут, что да, они используют LibreSSL. Да, они, допустим, опционально можно использовать Void Linux с Musl, это альтернативная libc-реализация. Ну да, маленькая такая очень. Ну, она, я не знаю, насколько она маленькая, но вообще да, она использовалась для embedded Linux, это правда, но тот код, который к нам приходит из Musl иногда, он выглядит очень классно. Вот там, я так понимаю, что они, у них принцип какой-то есть в том плане, что они пишут, пытаются писать грамотный и как бы корректный код. Надо отдать должное. Вот. Но тем не менее, допустим, используются ли position-independent executables в Void Linux, вы не прочтете на их сайте. Почему? Я не знаю.
Вот. А насчет того, что используется в OpenBSD, в течение, конечно, 20 лет очень много было всего придумано, и я не могу, я не в состоянии рассказать про все. Это понятно, конечно, да. Вот я, кстати говоря, должен, с другой стороны, отметить, что есть некий такой misconception на тему security аудита, который OpenBSD проводит или не проводит. Часто люди, встречаешь на форумах, пишут, что вот там какой-то там проект, какой-то там, не знаю, third-party application был включен в состав OpenBSD. Значит, они провели там аудит. Ну, значит, не значит, формально никакого аудита как бы не проводится. То есть, во-первых, у нас очень маленькое количество third-party applications, да. Каждый новый такого рода проект, который мы считаем, что следует включить в состав OpenBSD, конечно, в общем и целом проходит некое ревью. Допустим, мы можем погрепать там, а использует он STRCAT, да, или STRCPI, или использует ли он там SPRINTF, или он использует ли он там, ну, небезопасные превентивы, короче говоря. Uh-huh. Но мы не в состоянии, например, проверить весь исходный код SQLite, да, поэтому никакой гарантии мы давать не можем. С другой стороны, например, SQLite был в составе OpenBSD в течение двух релизов, потом его убрали. Nginx, Nginx, да? Ну да, известный, да. Был в составе, сервер. Да, был в составе OpenBSD в течение, по-моему, одного релиза, потом его убрали. И так далее. Короче говоря, мы пытаемся все же, чтобы в составе OpenBSD были все основные программы и сервисы, которые нужны в, скажем, таком аскетичном execution environment. И на самом деле оказывается, что есть, конечно, это не обязательно то, на что всем стоит равняться, но, тем не менее, существуют определенные области применения, да, там, я не знаю, электростанции, где просто-напросто запрещено использование сторонних программных пакетов. То есть, например, вы можете поставить сервер с OpenBSD, но вы не можете поставить на него Postfix, вы не можете поставить на него другой shell, вы не можете поставить другой текстовый редактор, ничего не можете поставить. Это так называемая lockdown installation. У них прописано, например, это в правилах, да? В правилах написано OpenBSD, точка. Это значит, ничего больше нельзя поставить. И такие execution environment существуют в мире. И, ну, вот отсюда как раз-таки, знаешь, и вот, ну, так сказать, выливается сфера, да, применения там операционной системы. То есть все же как бы, ну, навряд ли кто-то там на OpenBSD строит там веб-сервера, да, вот так отсюда как бы это следует из твоих вот слов. Конечно, Netflix не станет использовать OpenBSD, да, потому что их интересует, например, исключительно перформанс, да. Они бы не использовали FreeBSD, если бы они не могли нанимать разработчиков FreeBSD и заставлять их делать то, что нужно Netflix, правильно? Ну, конечно, да. Это уже бизнес, так сказать. Конечно. Возможности. Разумеется. Но вот что значит, например, я не могу построить сервер на OpenBSD, веб-сервер? Могу. Почему не могу? Очень даже могу. И очень даже он будет нормально работать. И люди ранят OpenBSD, сервера, выживают всяческие слэш-доты и прочие разные. Такие вещи.
Я, конечно, не могу рекомендовать и не стану рекомендовать никому использовать OpenBSD. Там. Не буду давать никакие гарантии, там, ничего, потому что с какой стати я это должен делать, да? Но надо просто, так сказать, разумно подходить ко всему. Вот насколько вам, да, важны данные, которые вы храните там на своем сервере? Если вы, допустим, делаете резервные копии каждый день, и у вас там информация на веб-сервере не меняется, ну, по крайней мере, не так, чтобы если, допустим, вы потеряли веб-сервер и установили вчерашнего бэкапа у вас, потерялась какая-то важная информация, тогда можно использовать вообще все, что угодно, правильно? Но, например, я лично выставлять в интернет что-либо там, ну, я не буду говорить там отлично от OpenBSD, но, как бы говоря, я 100 раз подумаю, что и как я открываю, к чему доступ из интернета. Очень часто проблемы, связанные с подобными, допустим, с открытием доступа в интернет, заключаются просто в том, что авторы софта, который разговаривает с интернетом, они неаккуратно подходят к написанию кода, да, они не используют тех же практик, которые мы используем. И, допустим, если вот такой простой пример, как TCP-dump, да, вот я хочу, вот у меня есть сервер, да, я хочу просто запустить TCP-dump на порту, который смотрит в интернет, да, но я не могу TCP-dump запустить, не будучи рутом. Ну, конечно, я думаю, что в современных Linux, там, с политиками C-Linux и так далее, правильно настроенными, может быть, это и не такая большая проблема. Но если мы говорим просто о Unix-системе, ну, абстрактно. Ну да, в простом виде, да. Угу. Проблема запуска TCP-дампа состоит в том, что для работы TCP-дампу нужны привилегии суперпользователя. А что TCP-дамп делает? А TCP-дамп слушает сетевой трафик, получает копии пакетов, занимается парсингом этих пакетов и выводит их на терминал юзеру. А так surface такого приложения просто немеренный. Мы помним, как люди формировали некие управляющие секвенсы, вводили их на терминал, и терминал запускал программу, да, и так далее. Потому что, а какой терминал вы используете? Какой у меня в дистрибутиве стоит? Там K-Console и так далее. Черт знает что. Обезопасить юзера от всего этого невозможно. Дальше TCP-dump, собственно говоря, занимается парсингом. Недавно, буквально вот пару месяцев назад, нашли, я боюсь соврать, 100 или 120 уязвимостей в парсинг-коде TCP-дампа практически в один день. Там половина из них это все были zero day. Да? Ну, хорошо, я не буду говорить, что они были zero day, я на самом деле не знаю этого. Но если бы они, допустим, были zero day, это значит, что можно было просто сканировать интернет, отправлять один, там, два пакета на каждый хост в интернете и получать рута, вот так. Или там, ну, рута, да, потому что... Ну, понятно, да, конечно. Угу. Так вот, OpenBSD подходит такого рода проблемам вот как. Так вот, а чем, собственно говоря, TCP-dump отличается от Apache? Apache раньше, по крайней мере... Так и работал. Вот он запускается от рута, вот он работает от рута, вот он слушает порт 80, и все, что приходит на порт 80, он пытается парсить. Вот. OpenBSD поступает с этим делом
следующим образом. Процесс разбивается на несколько. Процесс, который слушает сетевую сеть, да, имеет минимальное количество привилегий в системе. Например, у него там сжимаются лимиты по там, памяти, файлам, дескриптам и так далее. Да. У него ему дропается юзер. Да, на какой, на несуществующий, а на некий эфемерный юзер, у которого нет доступа ни к чему в системе. Да? Ну, обычно ноубоди, это... которые а-ля. Нельзя использовать ноубоди. Вот, понимаешь, вот эта вот элементарная вещь. Нельзя. Почему нельзя? Потому что если у тебя есть 5 сервисов, они все пользуют ноубоди, это значит, у тебя доступ между ними никак не ограничен. Mm-hmm. Это значит, что тебе CPDump сразу же может что-нибудь сделать тому юзеру, тому процессу, у которого другой nobody, да, и так далее. Это нужны для каждого, вот этого prefseep юзера, privilege separated юзера, нужен свой отдельный уникальный UID. Да? И иногда и GUID тоже, да, в большинстве случаев. Потом дальше этот процесс чрутится. То есть он не имеет доступа к системе. Но вот, да, и дальше они общаются по socket pair. То есть они общаются через socket. Принимающий процесс делает там парсинг этого пакета. Если он валится, то ну и валится. Ну ничего не происходит. Да? А когда он там распарсил или так далее, он отсылает... Или там парсинг происходит еще в третьем процессе, неважно. Важно то, что каждая стадия делает минимальное количество действий, да, и отсылает отсылает данные для дальнейшей обработки другому процессу и так далее. И когда эти данные доходят у тебя до терминала, ты уже можешь быть уверен в том, что они не содержат никакого этого самого мусора, да, и так далее. Также работает OpenSSH. В самом начале жизни OpenSSH все пользовались pre-auth-атаками. Pre-auth – это значит pre-authentication. То есть ты соединяешься с портом, ты не дал ему ни своего public key, ничего, а ты начинаешь отсылать какие-то пакеты, да, а OpenSSH вынужден это интерпретировать, правильно? Потому что он ждет твоего этого самого. Ну, конечно, да. И вот они находили, и, по-моему, одна из вот этих дыр, remote рутов, которые на OpenBSD висят на фронт-пейдже, это вот как раз была одна из pre-auth-атак, насколько я помню. Вот. Так что нельзя так. Нельзя. Нужно чтобы сетью общался непривилегированный пользователь, непривилегированный процесс. Но дальше проблема заключается вот в чем. Допустим, если у меня есть этот процесс, и будем говорить так, что атакующий фактически контролирует, какие данные он отсылает, да? То есть мы, грубо говоря, предположим, что есть какая-то уязвимость в процессе, там buffer overflow, например. Ну, то есть он при нормальных обстоятельствах он просто крашится каждый раз, да? А что происходит, если мы усложним атаку, если мы начнем использовать более современные средства атаки? Например, известную там Return to Libc или современные роп-атаки. Начнем находить гаджеты и строить свою программу из вот этого вот маленького кусочка. А почему мы так можем делать? Ну, например, потому что мы форкнули процесс, да, вот этот непривилегированный процесс, он на самом деле форкнутый от TCP-дампа, да, то есть ему доступен весь код TCP-дампа, весь текстовый сегмент, он по-прежнему в памяти, да. То есть чисто теоретически, если я захвачу управление этим самым instruction pointer, грубо говоря, да, то я могу исполнять вообще любой код, который есть в этом приложении, любой код, который загружен динамическими библиотеками, да, и так далее. Я все это могу делать. И
На, теперь, конечно, допустим, если я попытаюсь там, получить рута, у меня не хватит привилегий, да, но это атака в лоб, да, зачем так делать? Можно, может быть, можно что-то другое сделать, может быть, можно вызвать какую-то функцию, у которой есть какая-то проблема. Допустим, есть функция, вот написано, да, в ядре, системный вызов, да, а в системном вызове в ядре есть какая-то уязвимость. Но TCP-дамп эту функцию, этот системный вызов не вызывает. То есть такого кода в бинарнике напрямую не вызывает. Угу. Но мы можем сконструировать, атакующий может сконструировать вызов этого системного вызова, даже если процесс его не вызывает. Вот так. И дальше он может эксплуатировать ядро. Также этот процесс может открыть сокет, слушающий сокет. Там, допустим, если мы не можем по какой-то причине использовать старый сокет, или, допустим, ситуация меняется, там, допустим, это не интернет-соединение, а где-то за фаерволом и так далее. Может быть, нам нужно, чтобы соединение было установлено с той стороны. Да? То есть нам нужно вызвать connect с той стороны каким-то образом. Например, такое тоже можно сделать. Почему? А потому что этот процесс TCP-дампа никак не ограничен в функциональности. Правильно? Там просто нет такого кода в бинарике, такого не делает. Да, но в Libc такой код есть. Connect же есть в Libc, правильно? Поэтому можно сделать так, что у тебя и connect вызовется, а потом проэксплуатируется баг в ядре в абсолютном каком-то левом вызове, да? И ты получаешь рута, ты получаешь бэк-ченнел, да, фактически бэкдор, да, в систему. Ну да, да. Угу. Вот и все. Чтобы ограничить подобного рода деятельность, используются вот политики всякого разного свойства. Например, вот в Linux используется такая система, как seccomp, да. Как работает? Ну, я не буду говорить о оригинальном seccomp, я не очень много о нем знаю. Есть такое дополнение seccomp, называется seccomp BPF. Что это такое? Это некая функциональность, которая позволяет написать небольшую BPF-программу, ну, небольшую, тоже такой вопрос, насколько небольшую, которая будет фильтровать системные вызовы. То есть прежде чем начать слушать сеть, мы загружаем эту программу, BPF-программу, в ядро, и каждый системный вызов, который приложение делает, проходит через фильтр, и если нам говорят, что мы можем выполнить этот системный вызов, он выполняется, если не можем... Ну, она, по сути, становится таким, как бы там, не знаю, фасадом, да, скажем так, ко всем системным вызовам. То есть все идет, ну, проксит в каком-то смысле, да. То есть все идет через нее, и она просто на своей стороне умеет там на основе каких-то политик принимать решение о том, пускать этот вызов, ну, к оригинальному, скажем так, вызову, да, там, не знаю, там, к тому же самому коннекту, условно говоря, либо же все же, так сказать, заворачивать. Проблема в том, что добавление вот такой seccomp BPF функциональности в чистом виде в программу, это занятие не для слабонервных. Вы можете спросить любого человека, который это делал, он вам расскажет, что он об этом думает. Ага. OpenBSD решила... Вот в этом большое отличие OpenBSD подхода и подхода, допустим, Linux. Подход Linux – это у нас 100 миллионов пользователей. Каждый из 100 миллионов пользователей хочет делать какую-то определенную вещь по-своему. Мы должны дать им некий generic interface, и они дальше уже сами разберутся, что они там хотят делать. Похвально, но пагубно. У OpenBSD нету 100 миллионов пользователей. И нам дорого свое время. Поэтому мы решили, что мы таким заниматься не будем. И когда переписывали программу в файл, это та программа, которая говорит
тебе, что это картинка. Да, ты, ну да-да-да, либо текстовый файл. Условно, так вот, да. Файл – это ужасная программа, потому что она фактически в себе содержит некие… Я, кстати, не знаю, насколько она Turing-complete машина, но, в общем, содержит некую виртуальную машину для Magic файла. Magic файл говорит машине, какие биты читать и с чем сравнивать, какие-то там паттерны у них там есть, да? Ну да. Так вот, оказывается, что файл можно, вот если взять там оригинальный файл, можно было написать эксплойт элементарно. Да. Это то же самое, что вот, когда мы скармливаем какую-то PNG или JPEG, libPNG или libJPEG, да, и вызываем буфер overflow там. Вот мы же знаем, что такие вот атаки существуют, правильно? Ну да. Вот. И, соответственно, мы как бы решили, что и когда они писали файл, они выяснили, что подобное это слишком просто. Это слишком просто эксплуатировать. А до этого были баги в патч. Утилиты, которые накладывают div. В патч можно было этот div написать таким образом, что у тебя патч начинал выполнять вообще код произвольный в системе. Зачем это надо, правильно? Ну, конечно, да. Вот. И там, да, патчить, это, конечно, важно, нужно закрывать баги, но что делать с таким вектором атаки? Как вот, нельзя же на каждую вот эту утилиту, на патч, на файл и так далее, вот этого привилегировать, вот это вот, заниматься вот этим вот передачей из процесса в процесс данных. Да? Это достаточно трудоемко, допустим, для веб-сервера. Можно архитектурно так сделать, да, что у тебя есть некий процесс, который делает accept, у тебя есть некие воркеры, которые... Скажем так, знаешь, для каких-то там таких прикладных сетевых там каких-то серверных вещей это еще, скажем так, можно действительно как-то, да, ты верно заметил, на уровне архитектуры заложить. Но для простой текстовой утилиты, которая вот она вот здесь, вот прям здесь и сейчас, там, ну что там такое патч там наложить, я не знаю, там, файл, по большому счету, да, такой вот. А потом есть еще одна проблема. Root может делать set UID на какой-то левый UID, да? Но ты-то не можешь пользоваться. То есть получается, что тогда что? Надо ранить этот привсепнутый файл или патч, как root, через sudo, да, он будет там форкаться. Это же какая-то галиматья. Ну да, так вот, да, конечно. Они решили, что... А почему мы даем возможность процессам иметь доступ ко всему POSIX функционалу. И вот эта вот идея как бы модифицировалась вот в этот интерфейс, который OpenBSD сейчас называют, OpenBSD называют сейчас Pledge. Да? Pledge – это системный вызов, которому ты передаешь строку с тем функционалом, в которой ты указываешь функционал, который используется у тебя в программе. И ты можешь этот функционал, этот сет, этот набор только уменьшать. Ты не можешь его увеличивать. Да? То есть ты, допустим, говоришь в начале старта программы, что я буду читать вот файл, да, я там буду делать то, я там буду открывать сокет, я там буду делать DNS и так далее. А потом, когда ты это все сделал, допустим, да, и ты готов там читать сеть, принимать пакеты из сети, ты говоришь, а теперь я ничего не буду делать, кроме там standard input-output, да, и ты говоришь, и ты редуцируешь следующим вызовом pledge свой набор вот этих вот, мы их называем promises, то есть обещаний, да, я обещаю, что я буду использовать только вот то и то и то. И если ты обещание свое не выполняешь, то есть ты начинаешь выполнять там connect, например, у тебя процесс ядром просто убивается. Вот. То есть, допустим, патч можно запрограммировать так, что он открыл файл, да, а дальше он делает только standard input и output. Это
сродни оригинальному секомпу. Секомп оригинально, по-моему, мог только делать read and write на открытых файловых дескрипторах. Вот CStudio, в принципе, делает подобные вещи. Там еще разрешены вещи типа там mmap, потому что нужны там без файла, по-моему, map без файла, чтобы можно было malloc вызывать и так далее. То есть все функции библиотеки стандартного вывода. И вот разработчики OpenBSD, не я, не, к сожалению, ну, к сожалению, к счастью, я занимался другими вещами, они смогли прийти к набору, к конечному набору этих политик, но не полному, конечному, но не полному политик, на который они смогли привести 99% программ во всей OpenBSD за один релиз. Да. Слушай, ну это получается, то есть вот настолько как бы, ну, этот, я так понимаю, да, с такой стороны, что в принципе было красиво архитектурно сделано, что, ну, в смысле, как, довольно-таки просто было внедрить уже в существующий там код любых других приложений, где-то в начале, условно говоря, вставить этот несчастный вызов, сказать, мне нужно вот это и все, а дальше оно как бы автоматически уже на уровне ядра просто, ну, то есть не требовало каких-то сильных, скажем так, не потребовалось глубокого вмешательства там вообще во всю нетрянку. Именно так, именно так. Конечно, девелоперы OpenBSD-шные, они пытаются сделать все как лучше, да? Поэтому в очень многих случаях они, скажем так, сделали добавочный шаг. То есть они выяснили, что вот эта программа, она написана таким образом, что у нее нету фазы инициализации. Она делает все по ходу, да? Вот это как бы в современном OpenBSD стало антипаттерном. Да? И такого рода программы просто изменили слегка. Всю инициализационную часть вынесли в начало программы, дальше идет pledge, дополнительный, следующий pledge, который закручивает все гайки, которые там остались, которые там можно закрутить. И все, и остальная часть программы, она работает, как она работала 20 лет, но только ничего, кроме того, что она делает не может. Вот. Смогли они даже добавить pledge в стороннее ПО, например, в Chrome. В Chrome достаточно здравая sandbox-модель, была с самого начала, ну и в OpenSSH, естественно. В Chrome была довольно здравая sandbox-модель, и для Chrome они, по-моему, вынуждены были добавить дополнительный pledge на IOCTL вызовы для устройства, для графической карты, для того, чтобы акселерированный графический вывод работал. Да? Единственное, что им нужно было добавить, ну, может быть, еще по мелочам, но это как бы вот новый пледж они добавили такой. То есть даже Chrome можно, ну, даже, понятное дело, что он был разработан нацелом на сэндбоксинг с самого начала, но пледж, в принципе, подходит и для таких вещей. Конечно, например, невозможно, ну, не то, что невозможно, но очень сложно использовать pledge в приложениях типа Firefox, где не используются общающиеся процессы, а общающиеся треды, да, потому что pledge – это pledge относится ко всему процессу, а не только к текущему потоку. Да? Поэтому Firefox, например, не имеет pledge в OpenBSD. Но Firefox Quantum, да, новый. Да, это Firefox, новый, 57-й. Вроде как они что-то там сделали, теперь он многопроцессный, да, вдобавок к тому, что он еще и многотредовый. Ну, так Chrome тоже многотредовый. Но если
функционал логически разделен в программе, то добавить подобного рода сэндбоксинг очень-очень просто. Вот. О чем еще стоит поговорить? О всяких ASLR-ах. Ну да, вот ты так уже интересно рассказал про Pledge. Вот расскажи еще, какие там штуки такие есть. Да, SLR-ы и там Карлы и тому подобные вещи. Ну, это как бы все одно и то же. Да, все примерно про одно. Надо вот всем интересующимся технологией Address Space Layout Randomization, то есть построение адресного пространства процесса случайным образом, такой вот перевод на русский язык, такими технологиями я предлагаю почитать в достаточном количестве посты, имейлы и так далее проекта GRSEC, проекта PAX, которые фактически придумали всю эту штуку и первыми ее реализовали, и выступают, например, против так называемый kernel ISLR. И в OpenBSD kernel ISLR пока еще, по крайней мере, нету. И, в общем, я считаю, мое личное мнение, что идеологически правильно, потому что что такое ISLR? Концептуально это когда вы запускаете, каждый раз вы запускаете процесс, части процесса, будь то память, которую вы получаете из малока, будь то функция, которую вы вызываете, будь то начальный стартовый адрес программы, да, в зависимости от применяемой технологии, изменяет свое положение в адресном пространстве. Да, мы помним, что у нас есть виртуальная память, у нас есть физическая память. Виртуальной памяти у нас очень много, да, целых 48 бит или что-то в этом духе. Поэтому менять процессы, вот, например, на Intel 386 с 4 гигабайтами виртуального адресного пространства, а при этом большинство операционных систем, работающих на Intel 386, используют так называемый сплит, разделяют 4 гигабайта виртуального адресного пространства между ядром, которое занимает обычно 768 мегабайт, что-нибудь в этом духе, и всем оставшимся для юзерленда. То есть, грубо говоря, ядро всегда присутствует в адресном пространстве, оно просто недоступно. Ну да. Вот. И сделано это исключительно из цели, хотел сказать, безопасности. Сделано это исключительно из цели перформанса, производительности, потому что переключать page table достаточно, вернее так, полностью переключать адресные пространства и менять все page table достаточно трудоемко, поэтому делается так на этих архитектурах, на Intel 36 и на AMD64, что page table kernel, они всегда вмаплены, они просто недоступны из userland. Поэтому, когда вызывается системный вызов, все, что нужно, это поменять сами привилегии поменять, и все. Не надо ничего менять, ничего с CR3 делать, с адресным пространством ничего не надо делать. Потому что kernel во всех процессах присутствует. Так вот, на 32-битном Intel виртуального адресного пространства не так много. 3 гигабайта там, да, с копейками. Там еще PCI отъедает какое-то количество памяти, там еще внизу там подъедает ISA и так далее, и прочие разные дореволюционная хрень. Вот. И остается не так много.
А что значит остается не так много? Это значит, что у вас вариантов плейсмента не так много. Вариантов плейсмента не так много, это значит, у вас не так много вот этих вот бит, а там еще есть понятие алаймента, да, там некоторые вещи нельзя ставить, там, допустим, не выровненные на 4-килобайтную границу и так далее. То есть битов, которые меняются, да, становится не так много на 36. А на AMD64, вообще на любой 64-битной архитектуре с достаточным количеством виртуального пространства, вот этих вот бит очень много. Да, и нужно как бы их использовать. Поэтому ISLR приобретает какой-то смысл. Потому что угадать там 3-4-5 бит, ну, я грубо говорю, да? Ну, понятно, да, на маленьких. Достаточно просто, а угадать там 48 бит не так-то. Вот. Поэтому идея заключается вот в чем. Что каждый раз вы запускаете программу, и каждый раз у вас все вот эти вот вещи в программе, они меняют свое положение. Но все работает из-за того, что у вас работает динамический runtime linker, да, который знает положение объектов и специальным образом апдейтит вашу, есть такие таблицы, год, PLT, там, для того, чтобы вызов из кода программы, функции библиотеки проходил через эту таблицу. Просто табличка маппинга, условно говоря, поинтер вызова системного на то, где реальный адрес сейчас он есть, условно говоря. Нужно эти таблицы тоже защищать определенным образом. В OpenBSD существуют технологии защиты этих таблиц. Это отдельное целое направление безопасности всей этой. Так вот, значит, каждый вот этот объект при каждом перезапуске программы находится в другом месте. То есть атакующий уже не может напрямую забить в эксплойт офсеты, да? Да, да, вот это я как раз хотел понять, напрямую забить, что вот этот объект будет там 100% времени. Ему нужно выяснять, где эти объекты находятся. Да? А проблема, которую вот все это пытается решить, затруднить поиск объектов. Да? То есть, чтобы эксплойт не срабатывал, чтобы программа просто крашилась. Вот в чем заключается идея всего этого SLA. И технологии разные. Вот, например, технология, которая позволяет загружать программу с нового рандомного адреса, называется PIE, Position Independent Executables. Технология, которая заставляет malloc возвращать память каждый раз разную, называется фактически MMAP ISLR, да? Или там HIP ISLR, да, вот называли раньше память HIP. Да, вот тут надо еще обратить внимание, вот что на malloc и MMAP и все это богодельно. Когда мы говорим, что в Intel доступно, в 32-битном Intel доступно 3 там, с копейками гигабайтов адресного пространства, мы забываем упомянуть о том, что не все это пространство доступно под все цели. Да? Потому что в Unix исторически память, процесс, почему называется куча, почему heap называется? Потому что исторически процесс динамически аллоцировал память, изменяя размер дата-сегмента. Вызывался системный вызов break, BRK, да? SBRK, вернее, какой там уже, который менял границу сегмента данных. То есть у вас сегмент данных просто рос. Да? И поэтому были технологии в Malloc, чтобы когда free делается, эти все части, они собирались в некую упорядоченную такую картину. Некотором смысле дефрагментация такая. Именно так. Были такие дефрагментаторы и так далее. Вот это все, слава богу, ушло, потому что все малоки перешли на mapped, на anonymous memory. Но проблема заключается вот в чем.
Если использовать, если у тебя есть Unix, в котором поддерживается BRK и поддерживается map, map не может выделять память из близко к вот этому data сегменту, правильно? Потому что иначе ты можешь выделить страницу, ну или там какой-то кусок памяти, который ну, залезет, может залезть. Который при последующем BRK будет перезаписан, да, и так далее. Можно вызвать всякие разные нештатные ситуации и так далее. Поэтому для BRK отводится все меньше и меньше. С годами это количество памяти, отводимое для BRK, все уменьшается и уменьшается, но оно все равно не нулевое. Поэтому какое-то количество, 100-200 мегабайт у вас адресного пространства просто-напросто съедается. Вот, например, Perl. У Perl была до какой-то времени, они настаивали на использовании своей реализации Malloc, которая делала BRK. Да? То есть, фактически, что это значит? Что это значит, что они просто память забирали из системы, ну, а отдавать можно и не отдавать. Уже дальше как-то менеджить ее самим. Вот. То есть, все равно размер не нулевый. Это все отъедает. Память это отъедает. Естественно, никакой рандомизации с BRK просто невозможно делать. Это надо рандомизацию делать на уровне Malloc, а потом там получается так, что ты можешь рандомизировать только вот эти, под этим дата-сегментом. Да? То есть, количество битов рандомных становится вообще мизерное количество, и это все теряет всякий смысл. Поэтому OpenBSD одни из первых перешли на Malloc, который использовал анонимную память, выдаваемую map, и сделали так, что map возвращал рандомное, случайное значение. Ну, понятное дело, в пределах каких-то. Вот. Что еще надо сказать про... Карл. Карл, значит, ну, в ядре ситуация примерно такая же, за очень большим исключением. Ядро не перезапускается. Каждый раз, когда вы запускаете процесс, или у вас... Кстати говоря, нужно еще упомянуть вот что. Если есть... Допустим, у нас система с ASLR, там, с PIE и там, MAP ASLR и так далее. У меня есть веб-сервер, который форкается, да, то есть у него модель менеджмента этих самых соединений, это префорк, да. Это значит, что когда форк происходит, у нас вся память процесса доступна как copy on write, да? Но это значит, что она находится в тех же самых локейшнах, правильно? В том же месте, да, до момента первого изменения, соответственно. А в чем тогда смысл ASLR, если я могу крэшить вот этого воркера миллион раз? Память будет одна и та же, да. Именно так. Именно так. Никакого смысла. ASLR побеждается мгновенно. Поэтому в OpenBSD, когда такие процессы существуют, да, когда вот такого рода дизайн есть у демона, например, в SSH, да, или в HTTP, или тогда в HTTPD, и так далее, вот эти вот все форки, они заканчиваются форком, они заканчиваются экзеком того же бинарика. Да? Фигня в том, что в Unix, когда ты делаешь форк экзек, у тебя сохраняется таблица файловых дескрипторов. То есть файловые дескрипторы, они все открыты. Да? То есть процесс, который ты запускаешь экзеком, ну, он нулевой. Да? У него какая-то степень, у него что-то должно инициализироваться. Но это же не значит, что мы не можем построить систему, в которой мы можем форкнуть процесс, который при определенных условиях, там командный аргумент, например, или там environment variable, или что-нибудь еще, не инициализирует новый инстанс
веб-сервера, да, а делает что-то другое, он уже понимает, что я не веб-сервер, я вот worker, да, и мне нужно делать не вот не читать там http.conf, да, мне нужно читать stdin там, ну, или там дескриптор номер 3, да, допустим, 5, 10, и можно передать этот номер, да, то же самое же. Так вот, так оно и работает в OpenBSD, когда fork заканчивается экзеком, и новый процесс запускается с абсолютно новым другим адресным пространством. Понятно? Ну да, да, и, соответственно, у него все свое уже, в смысле, все дескрипторы, ну, не дескрипторы. Нет, дескрипторы те же. Дескрипторы все, те все, же. Все имеются в виду адреса в адресном вся пространстве, все другое. Угу. Никаких малоков и так далее, там никаких ничего нет. Вот, значит, ядро, в отличие от вот этой вот системы, не перезапускается, правильно? Поэтому, если у меня есть, если я хочу найти адрес функции ядра, я могу там слать пакет, там какой-нибудь ICMP-пакет, да, ICMP-пакеты обрабатываются ядром, да, или там, ну, TCP тоже пакеты обрабатываются ядром изначально, да. Я могу слать эти пакеты, вот я знаю, что есть такой баг, я вот там вот начинаю это самое, начинаю искать поинтерную функцию, пытаюсь выяснить, где эта функция находится и так далее, то я могу послать миллион пакетов, да, и ядро их примет, и ничего не изменится в ядре. А, допустим, если у меня этот пакет крэшит ядро, вот я не могу найти пакет, который мне дает какой-то сайд-ченнел, да, не дает никакой информации, я не могу получить, но вот у меня есть пакет, который просто крэшит ядро, да. И я дальше могу, но я вижу, что сервис, там, VM, например, да, она просто тупо перезапускается. Каждый раз я ее крэшу, она перезапускается, да. И я начинаю пытаться сделать так, что там, или, допустим, я не могу крашнуть ее каждый раз, да, то есть вот с каждой там модификацией пакета. Я пытаюсь находить вот те пакеты, находить вот такие вот секвенсы, которые делают что-то новое, да, и я вот так изучаю удаленно эту систему. И, но каждый раз, когда система перезагружается, она мне загружает тот же самый ELF, да, тот же самый бинарик, с тем же самым лайаутом. Правильно? Конечно. То есть лайаут нужно реалистично менять каждый раз, kernel загружается. Да. И дальше можно дискутировать на тему того, а какую технологию использовать для этого. Вот OpenBSD пока на сегодняшний момент, это не финальная стадия всего этого дела, использует очень простую технологию. Она... мы поставляем объектные файлы, которые, из которых строится ядро, вместе с релизом или снапшотом. Да? И когда ты грузишь OpenBSD, у тебя для следующего запуска ядро пересобирается. В систему включен минимальный набор вот этих бинариков компилятора, линкера, там, чтобы можно было пересобрать это ядро. Да? И вот каждый раз после того, как ты, система загружается, она тебе перелинковывает ядро на новое, что при следующей перезагрузке у тебя загрузится уже не старое ядро со старым лайаутом, а новое с новым лайаутом. Вот и весь карл. Больше там ничего нету. Конечно, теоретически можно сказать, что, но, допустим, у тебя есть объектник. А что такое объектник? Ну, это драйвер. Что такое драйвер? А драйвер – это, допустим, 15 килобайт, бог знает чего, да? И хотя эти 15 килобайт, они каждый раз в новом месте, они по-прежнему внутри себя те же самые 15 килобайт, да? Ну да. Вот. Поэтому, конечно, гранулярность подобной рандомизации, она не самая лучшая. Но это как бы первый шаг. Первый шаг, да, я вот как раз.
Вот такая вот. Такая вот штука. Ну, все равно интересно. Интересно. Все равно, как бы. Чем больше препятствий, тем, как бы, знаешь, в конечном итоге это, в общем-то. Да. Потому что это же вечная борьба, как бы, она есть. Тут вопрос в том, как бы, сколько сил и ресурсов ты тратишь на достижение цели. Да? То есть, ведь, опять-таки, вот, знаешь, есть очень хорошая, я не помню, кто-то говорил, но мне очень нравится идея про то, что, ну, как бы, защититься вот прям на 100% нельзя, да, но можно добиться того, чтобы хакеру было неинтересно пытаться тебя взломать, потому что ресурсы, затраченные на там, попытку, ну, сказать, там, получения доступа, в конечном итоге бы, ну, сказать, были не профит, да, нон-профит, то есть невыгодно. И тогда как бы от тебя просто-напросто вот в этом вся идея. Именно так. Ну, по крайней мере, это часть плана, да. Мы уже видим результаты этой работы. Мы уже видим, что публикуются... Недавно была уязвимость во всех BSD-системах. Я не помню, там, что там было за уязвимость, но там ее можно было эксплуатировать через несколько программ. И в OpenBSD они выяснили, что можно теоретически эксплуатировать через AT, ну, эту самую программу. Ну да, которая, ага, который, да, по времени там запускает что-то. Да. Но они не смогли сделать. Им пришлось модифицировать AT, чтобы она делала то, что им нужно, потому что они сказали, ну это просто... Это какой-то позор. Вот. И не смогли, у них не хватило ни времени, ни сил, ни желания разбираться со всей этой галиматией, со всеми этими митигейшнами, чтобы найти, как же им проэксплуатировать багу, которую они так и нашли. Бага существующая в ядре, а ты еще и пойди ее это самое. Ну да. То есть получается, что очень сложно, даже если бага существует, очень сложно ее триггернуть. Да. Есть новые технологии, конечно. Ну, тут видишь, какая штука. Это не наука. Это не... Тут мы не делаем никаких доказательств, да? Тут нет никаких аксиом. Это, так сказать, moving target. И атакующие, они всегда на шаг впереди, потому что не все публикуют результаты своего исследования, да? Есть люди, которые продают результаты своего исследования на черном рынке, да? Да, конечно, такое бывает. Вот, поэтому иногда всплывают очень серьезные вещи, от которых просто никак не защититься. Такое было и такое будет всегда. Вот последняя, например, тема насчет защиты. Это вот система анализа потока исполнения. Сейчас существует несколько продуктов. По-моему, C-Lang тоже. Новый C-Lang тоже включает. Но у нас C-Lang используется в OpenBSD. Но он, по-моему, не включает вот этот вот Execution Flow Analyzer. Ну вот, то есть, по-моему... Они, грубо говоря, включают в бинарь, в который, то есть компилятор тебе, за тебя включает в бинарь определенные инструкции, которые предотвращают перехват потока исполнения программы. Да. Но вообще компиляторные всякие исхищрения – это тоже отдельная история, там, начиная там, со всяких stack canaries, которые предотвращают тупые stack overflow, которых, например, сейчас практически никто не делает, потому что все Linux и все BSD собираются со stack протекторами. Потом недавно, например, в OpenBSD был закоммичен фикс, который изменил порядок аллокации регистра base pointer, такой есть регистр,
RBP, EBP. И мы просто изменили частоту использования этого регистра, подвинув его в конец туда, чтобы аллокатор регистров в компиляторе пытался использовать что-то другое, а не RBP. Потому что RBP используется как base pointer, как указывающий на стек. Да? И используется очень активно в атаках вот, типа ROP, Return Oriented Programming. Поэтому чем меньше у тебя есть инструкций, которые оперируют регистром RBP, тем на самом деле снижается возможность построения, эффективного построения гаджетов. Да? То есть понятно, что никуда не девается. То есть гаджеты все равно можно строить, но становится гораздо-гораздо сложнее это делать. Вот. Вот. Такие вещи. Да, давай. Это все то, чем я как бы не занимаюсь. Ну, тем не менее, ты знаешь, все равно, я думаю, большему, как мне кажется, ну, пусть я буду неправ, кругу, так сказать, наших слушателей, я думаю, это будет все так... полезно. Не сильно близко, скажем так, и интересно будет что-то узнать. Потому что, как минимум, для меня это все так очень-очень-очень это не про меня. Кстати, широкому кругу слушателей полезно будет, возможно, узнать, что вот стоит вопрос у каждого программиста часто. Мне нужно получить случайные данные, да, то есть мне нужен генератор случайных данных. И мне нужно так, что мне нужен хороший генератор случайных данных, таких данных, которые я не могу, пойдя в Google, выяснить, если у меня есть вот такая последовательность. Ну, что называется, настоящие случайные, да, настоящие такие. Ну, настоящих таких случайных, наверное, не бывает. Но максимально приближенных к этому. Максимально приближенных, да, именно так. Я не могу пойти в Google и узнать, какое будет следующее случайное число, да. Так вот, стандартным ответом там на Stack Overflow и так далее, по крайней мере, до позапрошлого, я думаю, года, где-то около того, допустим, для Unix, да, было, ну, вам нужно открыть dev-u-random, да, и читать. Да-да-да-да-да, так. Вот с этим советом существует, на самом деле, этот совет не является универсальным. То есть, скажем так, в идеальных условиях, да, действительно, открывай деву рандом и читай, сколько тебе надо. Ну, будем говорить так, читай, сколько тебе надо. А если я в чруте, то что? Ну, тогда тебе нужно иметь ноду деву рандом, да, в твоем чруте. Ну, да. А если у меня, вот как я говорил раньше, там, процесс без прав и без сотни всего. Сотни этих юзеров, да. То есть мне тоже нужно сотню хомов создавать и сотню деву рандомов и так далее и тому подобное. То есть кому это надо, кому заниматься этим. Хорошо, ну, черт не подходит. Ладно. А как насчет вот такой вещи? А что, если у меня заполнена таблица дескрипторов? Вот ты говоришь, открыть деву рандом. Я делаю open, а мне open говорит, нет. Все закончилось, ага. И что я делать должен в этом случае? Да? Хорошо. Ну, допустим, проблема, да, но мифическая, а теперь реальная проблема. А что, если я атакую твое приложение? Я заставляю твой процесс съедать дескрипторы. И я делаю так, что у тебя приходит деву рандом, и у тебя просто нет его, нет свободного дескриптора, потому что я своим атакующим процессом у тебя их все... Ну, как бы отбил, заставил. Ну, понятно, да. Ты чем-то занял другим, что они кончились. Что ты делаешь? А ты должен читать деву рандом. Ну, ты говоришь, ну, хорошо, open возвращает минус один, там, я это делаю, там, error case, я какой-то там делаю error, там, туда-сюда. Хорошо, ты делаешь error.
А предположим, теперь ты используешь lib crypto, OpenSSL, да, и ты вызываешь их функцию, дай мне random bytes, да. Проблема в том, что эта функция возвращает тебе случайное число, она не возвращает ошибку. Там нету в API возможности вернуть ошибку. Что это значит? Это значит, что у тебя есть хреново туча софта, извините за выражение, в интернете, которая открывает дело рандом, да, и не проверяет ошибку, правильно? Потому что а что делать, если это ошибка, если open вернул минус один? Какой fallback? Нет никакого fallback, правильно? Аборт библиотеки строятся таким образом, что аборты они не делают, OpenSSL не делает аборт. Так что же rand bytes из OpenSSL тебе вернет, если у тебя нет дескриптора, чтобы открыть дело рандом? Вот хороший вопрос, да? Хороший, хороший. Ну, вот и получаешь ты predictable sequence, да? А дальше атакующий говорит, ага, вот он, вот и все, да, все с тобой понятно. Вот ты и попался. Вот оказывается, что проблема вполне себе реальная. Проблема вполне себе атакуемая. Более того, она атакуемая извне, потому что каждый accept – это файловый дескриптор, правильно? Более того, OpenBSD выяснили, давно уже выяснили, что софт, который делает accept, да? Ну, все эти сервисы, написан так, что они не проверяют ошибку заполнения таблицы файловых дескрипторов. То есть, что ты будешь делать, если accept тебе вернул минус один? Ну, ты можешь сказать abort, ты можешь сказать там exit, ты можешь напечатать что-то, попытаться напечатать. А что если, чтобы тебе попытаться напечатать, ты еще какую-то операцию делаешь, которая каких-то еще ресурсов требует? Ну, вот и понеслась, да? Или, допустим, можно по-другому. Вот, например, я такой прилежный программист, я хочу отработать ошибку, я хочу понять. То есть, допустим, мне нужно, чтобы у меня был один дескриптор свободный, два дескриптора, неважно. Ну, для работы. Вот, чтобы отработать ошибку акцепта, предположим, в моей программе нужно, чтобы у меня были свободные дескрипторы. Как я это могу сделать? Тоже вот вопрос, который в Unix, в принципе, не был решен. Такого API не было. В OpenBSD такой API есть. Ты можешь запросить количество дескрипторов, а позже они добавили функцию, ты можешь зарезервировать какое-то количество дескрипторов и так далее. Специальным методом, который как бы не даст их там не просто, а он именно их, ну, скажем так, он их считает в общем у тебя количестве, но не дает там, условно говоря, обычному опену их не отдает. Ну, типа того, да? Примерно так. Да. Угу. Вот. Но, в принципе, оказалось, что ни один софт, который там ни в OpenBSD был, ни где-то в другом месте, понятия не имел о таких ошибках, не тестил такие ошибки. Он просто там, половина софта ничего не делала, или вызывала exit, там, abort, черт его знает что. Было принято решение, что, вообще говоря, надо бы, что называется, throttling, да, то есть надо бы делать так, что accept не принимал в течение какого-то количества времени, а потом возобновлял прием, ну, по крайней мере, пытался возобновить прием. То есть, в OpenBSD используется для написания сервисов libevent, и в libevent элементарно установить callback на такие вещи. Вот. Поэтому большинство серверов были пропатчены, чтобы вот таких вещей не происходило. Так, возвращаясь к рандому, то есть что делать? Нужен был новый метод получения данных. OpenBSD был, я боюсь соврать, я уже не помню, если честно, какой-то хитрый ход конем.
Я помню, что во FreeBSD был sysctl, то есть можно было вызвать sysctl, то есть системный вызов, получить случайные данные из ядра через sysctl в обход devrandom. Да? Угу. В Linux в какой-то момент времени тоже был sysctl, но там в Linux, как все подобное, находится в состоянии перманентного ifdef. Да? То есть там, если ifdef включен, то есть у тебя sysctl. Ifdef выключен, нету sysctl. Поэтому прикладные девелоперы вообще не могут полагаться на то, что там в ядре включено или не включено. То есть они полагаются всегда там на какой-то некий базовый функционал. Ага. Большинство имплементаций этот sysctl не использовало. И fallback'ом там, в OpenSSL были какие-то, ну, знаешь, левые абсолютно вещи. Там, взять timestamp, туда его засунуть. Ну, какие-то там, такие, в общем, костылики, я понял. Да, да. То есть пит, там, туда-сюда. Вот. И Тео думал, мучил голову свою, и в итоге решил, что нужен просто-напросто системный вызов, который не может зафейлиться. То есть у него понятия вернуть ошибку нету. Да? Угу. Который возвращает некое количество, они даже поступили радикально, я не знаю на самом деле зачем, но поступили они в принципе достаточно радикально. Они сказали, что нужно передавать буфер размером 256 байт и только, то есть никаких вариантов нету, и вот 256 байт тебе возвращается. Почему 256 байт? Ну, на самом деле это достаточно, чтобы использовать как seed для любого существующего, ну, будем говорить прямо, потокового шифра, который используется зачастую как cryptographically strong pseudo-random number generator. Да? Mm-hmm. Вот так вот они решили вопрос этот. И Тео поговорил с Теодором Цо, это мейнтейнер этого всего дела в Linux, и Тед Цо смог подобную идею внести в Linux тоже. И вот в Linux, в OpenBSD это называется системный вызов getEntropy, а в Linux там, естественно, они стали это самое. Почему 256, почему такие радикальные меры, почему никаких ошибок. И всего этого добавили, да, то есть там он называется системный вызов getRandom, у него там параметр буфер, размер буфера и еще, по-моему, какой-то флаг, и возвращать он может ошибку, и они это мотивировали тем, что, ну, если вы позвали getRandom слишком рано, что в ядре нет достаточной энтропии в этом самом в рандом пуле, то мы можем вам вернуть ошибку. Окей. Okay. А если вы поставите флаг, да, вот я вспомнил, зачем флаг. Есть там один флаг, я хочу дождаться, пока у вас энтропия в ядре появится, и верните мне, пожалуйста, энтропию, а не ошибку. Вот такой флаг. Ага, о как. Окей. OpenBSD не нуждается в таких костылях, потому что до этого всего идея была такая, что нужно бутстрапить энтропию рандом пула очень-очень рано. На самом деле OpenBSD на каждом шатдауне сохраняет некое количество байтов, 256 и 512, в файл, на файловой системе. И этот файл раньше читался из RC, etc. RC, то есть init вызывал RC записывал этот... эти данные в devrandom, да, который миксил эти данные в пул. Да, то есть Во FreeBSD, кстати, мне кажется, похожая вещь была, потому что я помню, когда ты делаешь шатдаун, там writing entropy file, там, и вот что-то похожее, такой механизм. По-моему, первым стал так делать OpenSSH. Что-то мне так кажется. Что-то там с OpenSSH связанное. SSH, по-моему, сохранял какую-то энтропию. Ну, возможно, ладно, да. Угу. В общем, да. Ну, вот подобная система, да. А
впоследствии сделали так, что эту энтропию читает вообще бутлодер. Mm-hmm. То есть бутлодер читает эту энтропию, и бутлодер, когда загружает kernel, то есть stage 2 бутлодер, знает, там сделана специальная elf-секция, то есть в исполняемом файле в /bsd, да, в kernel, uh-huh. есть специальная секция, которая называется random data, и он ищет эту секцию и пробивает туда эту рандомную фигню, чтобы ядро в самом начале загрузки, да, там, с самого начала у нее уже пул этих самых случайных данных уже проинициализирован, понятно? Ну, логично, логично. По-моему, простой и такой, ну, там, понятный, скажем так, подход, что ты, у тебя уже все есть, и не надо думать о том, что а если, а вот мы вам вернем, ну, мне кажется, несколько проще. Тем более, что старт системы – это вещь, которая может себе позволить выполняться чуть-чуть дольше, чем как бы, то есть это не критичная вещь, ну, не критичный вот момент. Ну, если есть время, можно пару слов сказать о виртуализации, собственно, с чего мы начали. Ну, давай, давай, да, давай, дополни. Если интересно. Конечно. Ну, в двух словах, вот 3 года примерно назад передо мной стояла задача запустить OpenBSD на облаке Амазона, а впоследствии на облаке Microsoft, то есть в EC2 и в Azure. Uh-huh, в Azure. Uh-huh. Соответственно, EC2 работает на Xen, Azure работает на Hyper-V. Да? Исторически Hyper-V имеет свои... Xen разработан в университете Кембриджа. Исторически Hyper-V – это проект Viridian в Кембридже. Так-так. Поэтому как бы, вроде как, гипервизоры должны быть очень похожи. Но на самом деле, то, что, может быть, я неправильно называю клиентскими сервисами, то есть то, что доступно в виртуальной машине, да, все это все-таки разное. Xen, подчеркиваю, разработан в университете Кембриджа, да, студентами. Да. Поэтому дизайн там, знаете, такой, что сдать бы курсовую. Получить бы мне зачет. Uh-huh. Ну, я, конечно, утрирую. Там работа проведена колоссальная, потому что это все же, когда они начинали, это была система, использующая исключительно паравиртуализацию, то есть никаких hardware virtualization extensions речи просто и не шло в то время, да. Но, тем не менее, они смогли много интерфейсов, которые создали в то время, что называется set in stone, да, то есть сейчас уже их не поменять вообще никак. И никто их, собственно, не меняет. Например, Amazon использует, есть такая технология виртуализации ввода-вывода, называется Single Root I/O Virtualization, SRIOV, которая позволяет дать доступ виртуальной машине к некой части функционала железа, да? Например, сетевой карты. О чем речь идет? Например, ты покупаешь двухпортовую 10-гигабитную интеловскую сетевуху, да? Угу. Но в железе у нее реализовано 40 очередей, да? 40 очередей, допустим, на прием, 40 очередей на отправление. Так. У каждой этой очереди есть некий набор регистров, которые ты используешь для управления этой очередью, да? А также есть некий набор регистров для управления устройством в целом. То есть, и когда бутится хост, и хостовая операционная система запускает драйвер этого устройства, драйвер у тебя инициализирует все это дело, да?
Ну да. И используют один диск, этот самый, и может использовать, допустим, одну очередь на прием, одну на передачу для хостовой системы. Системы, извините. Остается 39 очередей. Это значит, что ты можешь, ну, будем говорить, 30, ну, там есть система с 40 очередями, да, карты, вернее, с 40. Остается 39 очередей, и ты можешь 39 VM-ам дать все эти, раздать эти очереди, и они работают как будто с железом, правильно? Ну да, да. Угу. Им не нужно заниматься этим самым управлением линком, да, потому что он один линк, ну, там, двухпортовый, да, ну, один линк, грубо говоря, да, то есть администратор пришел, провод воткнул, все, больше провод никуда не денется, правильно? И поэтому виртуальная машина просто может принимать и передавать данные. Да? Ну, да, да. Так вот, что Amazon сделали, они, и, да, но надо же понимать, что раз речь идет о регистрах и так далее, это все зависит от железа, правильно? То есть у Intel свои регистры, там, у Mellanox свои регистры. У кого-то, ну, конечно, еще? Конечно, да. Да. А что сделал Amazon? Он написал такой драйвер для Xen, называется ENA, Elastic Network Adapter, мне кажется, который абстрагирует тебе вот эти все хардверные особенности, так скажем. Вещи, да, особенности. И получается, что Amazon может менять железо когда угодно. Да? При этом у тебя остается вот эта вот сверхбыстрая 10-гигабитная сетевуха в твоей виртуальной машине. Вот это вот серьезно, я считаю. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к Xen. И, значит, то есть я уже знал, что когда-то мне маячит там Hyper-V, а Hyper-V, естественно, closed source. Ну да, да, да. Мы начали с Xen, потому что можно было смотреть, читать, исполнять. Есть массы, ну, по крайней мере, имплементация в Linux, имплементация в FreeBSD, имплементация в NetBSD, хотя NetBSD, она использует паравиртуализацию. Но наша цель была написать стек таким образом, чтобы ты брал generic kernel, который ты скачиваешь со снапшота или с релиза, да, запускал на EC2, и ничего не надо делать. Ты просто запускаешь тот же самый generic, который запускаешься на лаптопе, на сервере. Нет, все логично, конечно, да, понятно. И надо было сделать так, чтобы вот это все дело прошло, так сказать, пристальный взгляд комрадов из проекта, правильно? Угу. Чтобы это все не выглядело как придаток чего-то непонятного. Потому что вообще Xen разделен на несколько компонентов, например. И некоторые компоненты являются, они находятся под двумя лицензиями, BSD и GPL. Если есть сомнения, вообще, это такой совет, грубо говоря, в том, что можно, а что нельзя делать с Dual License софтом, лучше держаться от него подальше. Поэтому у нас сразу возник как бы такой вопрос, а как бы, а зачем вообще нам надо это, да, заниматься этим, использовать эти компоненты, которые являются dual licensed, если не очень ясно. Ну, допустим, для нас это, например, ясно, а для третьих лиц это, например, не ясно, как они могут использовать этот исходный код и так далее. Плюс к этому количество кода, которое нам нужно было реально использовать, оно было достаточно маленьким. То есть функционал достаточно примитивный. Мы могли начать с чего-нибудь очень простого. Нам не нужно было все сразу. И мы не хотели создавать все эти странные директории, user include Xen,
А в Зене, я уже не помню, ну, навскидку 100, ну, может быть, не 100, 50, будем говорить, файлов, заголовочных файлов. Зачем нам нужно 50 заголовочных файлов? Вот сейчас в Зене у меня, ну, один, нет, два заголовочных файла, да? Два, а не 50, правильно? Зачем нам нужны эти макросы, которые описывают эти продюсер-консюмер интерфейсы, которые там в Зене используются, трехэтажные эти макросы, зачем все это нам нужно? Более того, нам неинтересно было портировать, потому что нам же нужно... Это был реальный продукт, который мы хотели продавать, но мы продавали, в общем, в целом, недолго только. Поэтому нужно было иметь возможность фиксить баги. А если ты просто вслепую портируешь какую-то махину, типа там Zena или Hyper-V, не смотря реально в код, не разбираясь в том, ну, что... Ну да, что, конечно, вопрос делать, поддержки потом сможет баги фиксить остро. Просто невозможно. Баги фиксить в этом просто невозможно. И... Опять, у меня был вопрос, ну как ты думаешь, сколько времени тебе займет? Я сказал полгода. На меня посмотрели очень-очень-очень косо. Так. Но заняло это больше, чем полгода. Ну потому что на самом деле там мы смогли как бы разбить, там нам не нужен был, например, дисковый драйвер. Я дисковый драйвер написал, сидя в поезде, и закончил уже дома. Ну там, правда, еще пора вечеров я провел над ним, но, грубо говоря, дисковый драйвер я получил за бесплатно, потому что мы потратили много времени на то, что я изучил, да, систему, написал все эти интерфейсы. Я сейчас знаю, что, например, некоторые вещи стоит переделать. Ну, это я знаю, потому что у меня есть этот опыт, правильно? Если бы у меня не было этого опыта, ну, я бы... Ну, конечно, конечно, да. Ну, поэтому, в общем, я смотрю на это исключительно положительно. И сейчас у нас один C-файл, который называется zen.c, да, который инициализирует все это дело, все это действие. Имплементирует. Да, вот еще какой момент. Я доклад по этому поводу делал. И FreeBSD, Google Summer of Code, вот в этом Google Summer of Code, у них был проект портировать баз DMA из OpenBSD-шного порта Zen в FreeBSD-шный порт Zen. Даже они поняли, что это полезная вещь. Что это такое? Zen имплементирует достаточно такую рудиментарную IOMMU систему. То есть, грубо говоря, ты выясняешь физический адрес страницы. Дальше, если ты хочешь дать доступ к этой странице, например, послать пакет, да, в другой домен, например, в хост, в Zen хост называется домен 0, а, соответственно, guest называется домен you. Ну так вот, IOMMU — это просто таблица, которая связывает некий индекс в этой таблице с адресом виртуальной страницы. То есть мы берем адресом физической страницы. Если ты хочешь передать какие-то данные, у тебя есть буфер, у нее есть виртуальный адрес, потому что он находится в виртуальном пространстве. Ты выясняешь его физический адрес, есть специальный API для этого, выясняешь физический адрес, и дальше ты должен этот физический адрес записать в свободную ячейку этой самой таблицы, этих ячеек ограниченное количество, естественно. И дальше ты получаешь, соответственно, индекс, куда ты записал, и ты сообщаешь индекс в другой домен, да? Tom Zero.
И по этому индексу, поскольку домен знает, где все эти твои таблицы находятся, он выясняет, о чем идет речь. Вот такая система. Так вот, ну это, я как и говорил, это фактически такой некий рудиментарный IOMMU. А с IOMMU в BSD-системах поступает следующим образом. Они абстрагируют всю вот эту вот функциональность IOMMU через API, разработанный в NetBSD, который называется BusDMA. Mm-hmm. И тогда получается, что у тебя есть... Вообще, для чего это было сделано? Для чего это было сделано? Для того, что в какое-то время, там в 90-х, может, даже до этого, выпускались устройства, которые использовали одни и те же чипы, но для разных машин они выполнены были на разных шинах. То есть там стоял какой-то контроллер шины, да? Угу. И у тебя есть, допустим, сетевая карта с контроллером шин, там S-Bus, D-Spark, или у тебя есть контроллер, такой же контроллер, но с контроллером шины там PCI, для PC там, да? И вот, соответственно, изначально это были два разных драйвера, да? Но, естественно, 90% кода в этих драйверах одни и те же, да? Угу. За исключением вот функции работы с шиной, да? И вот в какой-то момент времени, это 90% того же, но поскольку ты работаешь с шиной постоянно, у тебя нет возможности как бы построить какие-то нормальные абстракции. И каждый раз тебе эти абстракции нужно строить заново. Да? А в целях улучшения этого процесса был разработан интерфейс BusDMA, который абстрагирует тебе шину, наличие там или отсутствие IOMMU, наличие или отсутствие там bounce бафферов и так далее, для конечного устройства. Ты пишешь один фактически драйвер устройства, да, который использует вот этот некий BusDMA API, угу, и может делать DMA на любой шине в зависимости от того, какой attachment был совершен. То есть у тебя есть часть драйвера, у тебя есть, которая реализует bus specific attachment, да, то есть понятно, да, конечно. Шины. Вот. И я взял этот DMA, BusDMA интерфейс и сделал эту абстракцию для вот этой вот таблицы. Поэтому у меня все сетевые и дисковый драйвер, у меня просто как обычный дисковый драйвер в OpenBSD выглядит, да, с обычными вызовами BusDMA. Любой программист может открыть этот драйвер, понять, что тут происходит, да, как DMA выполнен, как выполняется DMA операции и так далее, починить там и так далее. А вся абстракция, она где-то в этом самом находится в каком-то неком модуле, в другом месте. Во FreeBSD, например, такой абстракции нет. Поэтому там сетевой драйвер занимается тем, что начинает выделять эти самые ячейки, эти grand table, ставить туда адреса. То есть там написан какой-то API вот этими ребятами из Кембриджа, который FreeBSD, естественно, взял, потому что там как безумное количество кода написано. Ну, не то, что безумное, но для ядра достаточно большое количество кода написано, достаточно такого, сложно читаемого кода. Непонятно ради чего. Да? Почему? Потому что ребята не знали про BusDMA абстракции. В Linux тоже есть так подобного рода абстракции, мне кажется. Почему они использовали ту инфраструктуру, не очень понятно. Но, короче говоря, стоит как бы использовать предыдущий BSD опыт. Вот, например, практически все сетевые драйвера в BSD
используют один и тот же паттерн, который был задан разработчиком FreeBSD Биллом Полом в 90-е, в начале 2000-х годов. Он самолично написал очень большое количество сетевых драйверов, которые, в принципе, выглядели все как один. Ну, грубо говоря. Да? Поэтому их чинить, в принципе, очень просто, потому что ты знаешь, что ожидать. Да? Ты знаешь, что функция, которая вызывается там стеком для того, чтобы послать пакет, имеет суффикс start. Да? Ты знаешь, что функция, которая пакует пакет, связывает пакет с дескриптором на TX-ring, называется, имеет суффикс incap, encapsulation. Да? Ты знаешь, что у тебя там, допустим, функция приема пакета имеет суффикс rx и off. Ты знаешь, что у тебя функция работы там отработки TX completion interrupt называется TX и off. Да? Ты знаешь, что функция, которая, собственно говоря, запускается, собственно, interrupt handler, да, обработчик интеррапта, имеет суффикс inter. То есть все очень просто и понятно. И так не только с наименованием функций. Структуру данных, организация вот этих вот приема и передающих очередей и тому подобное. И отходить от этой модели, что называется, не камильфо. Это быть самому себе злобным буратиной. То есть ну, да. через некоторое количество времени ты сам взглянешь И не очень поймешь, да. Будешь готов себя сам убить. Да. Именно так. Именно так. Вот. Поэтому нужно, конечно, использовать. Или вот более еще правильный пример. Дисковые драйверы. В какой-то момент времени OpenBSD и Linux решили, что нельзя добавлять новый тип диска. Вот знаешь, как в Linux там называются IDE-диски HDA, да, HDB и так далее. А SCSI-диски называются SDB, SDA и так далее. Да. Вот в OpenBSD примерно так же. Но это не везде так. Например, любители из FreeBSD всегда добавляют новый тип диска. И иногда это просто забавно на это все смотреть, зачем это все это надо. Вот в OpenBSD, во FreeBSD, в Linux давно решили, что нужно все вот эти вот странные диски эмулировать через SCSI. То есть SCSI использовать как некий метапротокол. Потому что он вполне простой, у тебя уже написан этот SCSI стек, тебе не надо ничего выдумывать, да, у тебя уже написаны эти CD-устройства, дисковые устройства, тейп-устройства и так далее. Тебе надо... логично, конечно. Ничего не надо делать. Все, что тебе нужно, это в драйвере произвести трансляцию. Например, это началось, я думаю, что с RAID-контроллеров. Потому что RAID-контроллеры изначально, сейчас, кстати говоря, все возвращается на свои, изначально не использовали SCSI-интерфейс. Они всегда, как бы, они начали использовать свой там адаптер, например, и так далее. И нужно было, или AMI, нужно было производить трансляцию SCSI-команд в команду вот этого контроллера. Ну и ладно, это одна функция с большим свитчом, да? И все, вся трансляция. Вместо того, чтобы создавать какие-то диски, какие-то новые инфраструктуры. Ну да, небольшой оверхед, но это, знаешь, в сравнении со скоростью работы этого устройства, ведь это оверхед несерьезный. Или, например, USB-диски. USB-диски. Вот USB-диски в OpenBSD это тоже SCSI-диски, но только просто происходит трансляция SCSI-команд в эти самые UMass. USB-масс storage команды. Вот и я также, когда я писал драйвер для дисков, я посмотрел его в FreeBSD, когда они там
Это самое strategy, это, собственно говоря, метод, который нужно реализовывать, если у тебя свой тип диска есть. То есть нужно реализовывать, как, собственно говоря, как диск делает I/O и так далее. Ну, понятно, да. А тут мне просто надо было протранслировать две команды, ну или три. И все. То есть все это на сотню, две сотни строк, как минимум меньше. Гораздо проще и понятнее. И таких драйверов, главное, что таких драйверов у нас в OpenBSD десяток, как минимум. Ну, я имею в виду, что делающих трансляцию. То есть, когда ты открываешь новый, ты уже сразу понимаешь, что тут происходит. Да? У тебя вопросов нет, а где тут, а как тут IO делается и так далее. Потому что все подтыкается в SCSI стек. Так более того, ты можешь сделать SCSI стек очень умным. У нас, например, задался один товарищ таким вопросом, он сделал SCSI стек OpenBSD исключительно умным. Куча колбеков, какие-то тайм-ауты, жуть. Вот. Поэтому тебе просто нужно подцепить твой драйвер, все будет работать. Ну, знаешь, как говорится, будь проще, и люди к тебе потянутся. Вот в таком ключе и работаем, да. Слушай, ну мы с тобой вообще так, мне кажется, обсудили все какие такие, наметили темы, и даже больше, как оказалось, и это, кстати, классно. То, чего не было запланировано заранее. Вот. Ну, может быть, в конце ты скажешь какие-то такие общие, может быть, знаешь, идеи, вот, ну, мысли какие-нибудь умные про напутствие там, программистам. Вот ты уже там несколько озвучил таких правильных мыслей, идей, да, там, куда смотреть и вообще там, что не надо изобретать велосипеды, например, одна из них, но, может быть, что-то еще такое. А, я, кстати, напоследок. Я хотел открыть разговор этим делом, но напоследок тоже работает. Не читайте перед обедом советских газет. К сожалению, в современном информационном пространстве очень много дезинформации, очень много не совсем корректной информации. А что такое не совсем корректная информация? Это ложная информация. К сожалению, к большому сожалению, очень часто неправильная, некорректная информация происходит даже от тех, кого вы считаете экспертами в определенной области. Проблема только в том, что они могут не являться непосредственно экспертами во всех смежных областях, да? И часто люди, которые сделали очень много, знают очень много, пытаются комментировать те или иные вещи, в которых не совсем понимают. Или у них нет времени, чтобы изучить вопрос. Ну, естественно, не у всех у нас есть время на все. И поэтому часто можно слышать или читать вещи, которые вроде как бы должны быть правдой и принимаются за правду, но правдой не являются. Я столкнулся с такой проблемой очень давно, и лучшим разрешением этой проблемы я всегда считаю, что нужно сформировать свое представление. Нужно самому искать источники, материалы, изучать их и пытаться разобраться самим. Ну, мне кажется, хорошее такое завершение этого выпуска. Даже не буду сильно как-то там спорить или чем-то дополнять эту
твое изречение. Миш, спасибо тебе большое, что наконец-то мы собрались. И как бы, мы долго, скажу честно, да, так сказать, планировали, там не получалось по разным причинам, но собрались и записали выпуск. Вот. Было очень интересно послушать разные интересные штуки там, по безопасности, потому что, я говорю, там, для меня, как там, такого, по сути, прикладного, да, там, разработчика, это вообще все очень незнакомо, и было очень много чего интересного услышать. Думаю, надеюсь, точнее, что нашим слушателям это тоже. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то замечания, комментарии, впечатления, предложения, не стесняйтесь, пишите, говорите, сообщайте. Это всегда очень важно и интересно услышать какую-то обратную, получить обратную связь. Вот. Так что приятного прослушивания. Миш, еще раз тебе спасибо. Спасибо. Успехов подкасту. Спасибо. Все, всем счастливо. Пока-пока. Пока.